тебя автономный режим. Все, нормально, нормас, нормас. Сука. Ой, блядь. Это жестко. Ебал, вот Пуджа четверки там. За нас, кстати. Блядь, Андрей, возьми Пуджа четверки. Я вот думаю об этом сейчас, да. Да нет, ты это, ты на легкой. Можешь Керри Пуджа? Убери Керри Пуджа, чувак. Да, чел, он же не ебал рот Керри Пуджа, поехали. Да, да чтобы у него жопа взорвалась. Давай, давай. Я тоже именно в таком настроении сейчас, погнали. Ладно, мужики, приятно было пообщаться, давайте там. Взаимно, да, давай. Давай поиграем. Андрей, у нас блять, у нас пуш четверка. А там чувак ебал рот. Блять, сука. Охуенно. Блять, вот же. Нет, все-таки какая еще игра столько эмоций может подарить? Ну. Да. И вот эта вот скобка от Ебалрота Пуджа четверки. Чел сидит уже, блядь, в депрессии. Вот это вот смайлик, самый деградировавший. Да. Так, Андрей, они думают, что я не возьму микрофон за пятерку, но они ошиблись, пиздец. Так, сейчас буду. Блин, а может каждую игру на разоре играть? Разор классный темповый персонаж. Может, реально просто каждую игру на разоре играть? Разор сосет. В этом и плюс его. Ой, слушай, так у меня Некрофос пятерки тут реально неплохо смотрится. Партевых чариков. Так, а чё по мне такого взять себе? А, ты взял Рзарватского, да? Yeah. Так подумаем, как закупиться лучше. Регенов надо взять и размениваться, да, с вилкой по ХП. Так, может быть, Баклерок. Баклерок, там Баклер здесь. Блин, здесь Кримсон вообще топ-арт, я Кримсон буду варить. Я хочешь, я буду варить Кримсон и Лотус Орб? Да нет, давай я сделаю Кримсон, чё у меня? Давай. А ты вари что-нибудь еще. Заваривай, так сказать. Что, какие твои ставки, в каком, через сколько интов, точнее говоря, инт будет в Москве? Я думал, сдохнет. Это, возможно, в один год, кстати, придет. Инт в Москве и параллельно дохнет Дота. Стокгольм в Москве. Слушай, на самом деле, вот так если подумать, после Стокгольма как бы должна быть Москва по-хорошему. Есть подозрение, что Москва должна была быть еще раньше, но вот если учесть не инфраструктурные трудности и так далее, вот это сложность организации, там ТДТП, этот СНГ-регион, Москву, а... Просто банально отношение к аудитории. То есть огромное количество игроков из России. И... Ну, я думаю, они долгое время вообще как бы опасали, ну, не хотели никуда переносить, но типа начали с Китая. Блядь, заебали они пиздеть. Блядь, О, там Пуджа четверку, кстати, обсуждают. Понял, ладно, это похуй. Короче, что там было? Китай? Так вот, да, Китай. Стокгольм. Типа, вот они провели. Теперь Стокгольм. Ну, как бы, видишь, что? В Китае они, ну, как бы, знают, что там все будет норм. Китай для себя сделает хороший турич. Они и сделали. Потому что есть организаторы, которые могут провести там Марс, Имба, Хуимба. Вот. В Москве, типа, тоже есть эпицентр. В этом плане повезло. То есть есть кому провести. Поэтому я думаю, что они не будут опасаться. Ну, нет. То, что он должен был быть уже давно, это понятно. Ну-ка, блядь. А может, вот этому человеку? Да-да-да, вот он сюда, а мы ему и здесь.
А может быть мы дальше поедем? Чуть-чуть, давай, чуть углубимся. Так, ну они сюда. Давай вернутся. Обе возьмем. Или вернуться, думаешь? Не-не, все, иди туда. Они в говне, все, они обосрались, чел. Мы их сделали. Да, это, мы, блядь, их сделали. А почему он без баши, интересно, играет с виспом на линии? То есть он взял стан, да, на первом уровне? Походу, да. Забрать руну и обосрался. Короче, не знаю, что насчет International в Москве. Как бы, по логике, он должен быть не в Москве на самом деле, а в Южной Америке следующий, вообще-то говоря, в Перу. Ну, это по логике. Но в Перу, ну, как бы, потому что, как бы, типа, Европа, а потом сразу СНГ, это почти одно и то же так-то. Ну, я же не то, что Москва — это часть Европы, как бы, тоже Европа. Да. Жалко, у меня нет никакого замедления, но я возьму на втором его, возможно. Да, нормально, я и так ремня ему даю, хорошо. Ремешка, да, Леш? У них типа хадреска на виспе. Ну, типа... крипов они от этого больше не будут добивать, anyway. Это правда. Хотя вот смотри, оу! Откуда у него был баш? Он его типа прокачал потом, понял? Типа додумался. Догадался. Так. Блин, может ускорение взять еще на второй, хотя это полное говно. Ух ты, блядь, смотри, как умею. Охуеть. Чё, блядь, он делает? Еблозавр на Слардаре. Баш отстанет. Ты же умрёшь, блядь, сейчас, чел. Ты не знаешь, как работает Дота 2? Блядь, смотри, он живёт. Не, видимо, знает. Знает, не, знает. На самом деле, если бы я получше бы сыграл немножечко, то убил бы. Поебать вообще. С другой стороны, я не робот. Это правда. Это правда, Андрей. Ты не робот, я не робот. Никто не робот. Бьем по этому что-то челу, он а... переоценивает, на самом деле, регена, по-моему, сейчас виспа еще подрезали. Ну да. Было такое. Ну а там хилку принес на виспе. Короче, там они такие заряженные. Хедреск, хилка, вот это вот со Слардаром, новым канцером. Ну да, кстати, Слардар, самый популярный сейчас герой стал. Ну давай, ну что ты? Ну что ты тужишься там? Человек. Человек тужится. Укусил челу. Я не самый полезный герой с, так сказать, разором на линии. Это правда. Ничего, смотри, вот в соляру. Ух ты, бля. Ай, пиздец. Крипов-то сколько, смотри. Куриц тоже сколько? Четыре. Похилился и с ботинком такой приехал и при... Ну все, ну пиздец, ну давай. Бля, у него получилось, слушай. А почему я не нажал хилку? А, похуй вообще на игру. Согласен. Ну, в принципе, крипов-то они от этого всего больше убивать не стали. Это факт. Так, а что бы мне такого приобрести себе? Ну, регенчика возьму, мангусика возьму, это возьму, это возьму. Ой, блядь. О! Не добил.
Блин, я изобрел гениальный этот самый интим-билд. На линию. Да, приносить себе просто дохера тангусов и оставаться с шестью танк. Не с тангусов, а этот веток, и оставаться с шестью тангами. И кайфовать. Это неплохо. Охуеть, ну охуеть теперь, чел. Что, блять? Да что они, блядь, пытаются сделать вот на этой линии, я не понимаю. Знает. Сначала ботинок нафармился на Слардере. Нормально, нормально. О, к нам пришел этот, слышь. Что это нахуй такое было сейчас? Смотри, смотри. Бля, вот а у них, походу, не просто так. Конфликт. Ой, нет. Такс. Ну пойдем, пойдем. Что за стан? Ну хотя, по-моему, он все равно получает по жопе. Чак нажал ТП. Человек нажал ТП! Блин, хочется попробовать разором через ПТ. На самом деле, настолько кайфовый на него травала. Да. Так что уже не хочется, по идее, даже. О, смотри, смотри, поехал на меня. Ну, давай. Че ты нахуй, да убей просто. А-а-а! Чел, ну тут такое. Так да, молодец, молодцы. Я ботинок не купил, но у меня же были деньги все это время. А, похуй. Согласен. Все равно еще обнулят скоро рейтинг. Ой-ой-ой, там еще выпало. Да. Ну они молодцы, чё? Не, большие молодцы. Вообще, кстати говоря, в каждой игре, притом даже в той, в которой мы играем с тиммейтами, и не с тиммейтами, всегда мидер вражеской команды приходит и дает тебе пизды. То есть всегда да. Все это происходит. Только когда скандал играл, он приходил. Да, кстати, это было очень приятно на самом деле играть. Это было действительно приятно. О, мидер куда-то тут прийти может, оказывается. Ну чё это, блять, там опять? Да, мы поняли тебя. Мы поняли, что ты умеешь. Слушай, а что если убить виспа здесь? А если... Ну давай посмотрим, что будет. Не получается. Получается, смотри, какое дело. Кажется, к нам человек сейчас какой-нибудь. Да, к нам уже бежит человек тут. Чел, ну тебе пизда, чё, я побежал. Да, это так. Мидер здорового человека. А у нас, блядь, мидер-курильщик, как обычно. У нас он стоит. Который да? Единственное, куда ходит, это в лес. Ух ты, бля. Ну ничего. Ух ты, бля. Медалечка. Так, ну что я могу тебе сказать? У нас же есть еще команда, правильно? Конечно. Команда даст еще. Еще, блядь, сделает. Наша команда самая лучшая. Да. Я осуждаю, там человек предложил убить себя и мать, и тебя, и всех. Дарк Виллоу, кстати, еще пришла к нам тоже. Почему бы нет? Почему бы и нет? Вот, что-то сказать по этому поводу. Иди-ка нахуй. Да блять. Когда-нибудь к нам тоже придут. Тиммейты. Не, ну пуш один раз был. Пуш один раз был. Импакта внес. Был, дал он. Так,
нас, кстати, аванпост захватывают, а мы с этим ничего не делать не собираемся. Так, ну что сделать? Шестой уровень бы где-то взять, но, к сожалению, аванпостов ноль сейчас будет. Андрюк, давай, давай. Сейчас ты, кстати, умер уже. Или чё? Оу! О, мэн! Вот такой вот у меня чар может быть. Солка пошла. Так, а мне бы еще артефакт какой-то. Там книгу спиздили. О, чел, тут атака. Ну что я тебе могу сказать по этому поводу? А! О, блядь, еще так. Естественно. Да. Ну ничего, когда-нибудь. Опа! Пришел, братишка. Опа! А! А! Ну, что можно по этому поводу всему сказать? Ну, есть Феникс в игре у нас. Есть, есть ТОД тоже, смотри, мид подпушивает. Есть ТОД, да. Ну, он потихоньку ломает его, кстати. Ну, оно будет, все, будет, будет. Может будет, быть, и не будет. Сразу, конечно, но будет. Ну, конечно, да. Я вниз пойду по дефу, кстати, мне прикольно дохнуть просто. Я пошел к Тайксу стоять, по-моему, этот клиент поинтересней. Скорее всего, к Тайксу никто не ходит, потому что... Скорее всего, у меня... А, нет, да, меня сейчас будут убивать уже снизу. Ну да, да, ты умирай пока, я тут. Там Бон Флетчер на меня еще выезжает. Смотри, нажал кнопочку. Оп. Все, готово. Сделал, сделал. Beyond Godlike. Нормас, нормас. Так, ну ничего. Артефакты, кстати, у кого? Паджика, вот эта вот хуета. Брумхендл. Правильно, кому еще же нужно? Да, кайфовенько. Ну ладно, хотя бы... Плюс моего чара в том, что он может камбэкнуть. Чел, ну я заработал бабки сейчас. Это хорошо. Отработал бабло. Это очень хорошо. Так. Давай, бля, я хочу это самое там нафидить. Там ДД, чел. Да мне уже поебать на эту игру, на самом деле. Тогда ебашах. Я типа просто хочу, чтобы она закончилась побыстрее. Эти улетели. Бля, вообще, получается, ты тоже тильтовый чел тот самый. Ну, я не хочу эту играть. Типа, я хочу начать другую, которая будет поинтереснее просто. Могу отметить, конечно, Андрей, что в последнее время ты начал рано сдаваться. Ну, надо же получать, ловить момент, получать удовольствие, ну, я вот получаю. Не ловлю момент с этих игр. Ну ладно, у тебя разор, конечно, на нем, может, и не половишь момент. А у меня просто, я просто понимаю, что когда-нибудь я кого-нибудь убью с ульта, и мне будет весело. Ну тебе да. Опа, смотрите, смотрите. Во, смотри, там Найкс фидит потихоньку. О, смотри, смотри, в спину выходит. Убийцы, и тут мы. Так а чё вы бежите от виспа? Ну там, это там Крис, да, но... Бон Флетчер, он меня убьет за три удара. Убьем их всех сейчас, Аля. Блядь, как же он быстро бегает. Блядь, он сейчас убьет тебя за три удара, кстати. Не, сори, сори, пока еще ты жив. Феникс ебучий! Ой, тут сзади. Еп. Ой, тут армия говна. Ты сзади и спереди. Как жить мне? Чел, по веспу сработаем, нахуй? Я не смог! Я им даже ульт не смог дать, настолько быстро я сдох, чувак. Да. А, там 70 у человека на клинзе. Ну да. 70. Так, ладно, я пока поем. 70 плюс 50. Короче, я умер... За два удара или что-то? Я реально, я нажал косу, но у меня герой не успел ее нажать. Он как бы просто испарился нахуй. А, так вот сделал. Нормас, нормас. Так, а почему, блядь, кулон такой огромный?
Сука, Ингус Шаут надо было замаксить в этой игре, как чую. А, 16-0-3 у человека, ага. Бочтер, сука, на клингзе. Я буду бегать сейчас фидить, потому что я игру, я реально не хочу эту игру играть. Да, игра не заслуживает, так сказать. Опа. Быстрый фит. Я сразу дал бульт, он бы сдох, интересно. Ебать! Это мув нахуй тоже. Пиздец, что за дэм... Что за дэмэдж нахуй? Ну и чё ты едешь, блядь, сюда? А почему так долго кастуется? Ёбаный, блядь, деградировавший чел. Это же армия говна. Ну а вообще, этот пуш, конечно, да. Ой, жрать жри, бомжа. Хорошо. Ульт, дай. А, нет ульта. Ой, сука. А че если я куплю ГОСТ? У меня будет ГОСТ Шаут и еще ГОСТ, а я вообще хуй. А тут просто все уже фидят, да? В этой игре все фидят. Блин, все фидят! Один я играю! Сука! Опа! Мы свой лайн выиграли в салат. Чё это за высер, да? Чё это нах такое? Иди отсюда, кусок помойки. Ой! Ой! Чё теперь? Бля, теперь у меня нет ебала. О, всё ещё есть. Ебало всё ещё есть. Чё, кто это? Бля. Так, всё, я поел, почти. Но ещё буду продолжать скоро. Ох, дотка, не селедка. Не селедка, не стиральный порошок. Это тайт, лавикар, дружок. Блин, все такие, все сдаются. Ну, у меня на разоре нету аутов никаких, поэтому я сдаюсь. Опа! Бля, типа... вот я там клинг запривезли. Если у меня нет сноубола, я не могу на разоре играть против Бонфетчера и так далее. Че, мы не убьем, что ли? Ну, ёб твою мать. Ну, нажал бы кнопку, убей. Чел, они раньше закончат, раньше начнем следующую. Чувак, блядь, я хочу... Понимаешь, ты играешь убить. На некрофозе, у тебя есть ауты, реально. Ты можешь выйти, ты будешь играть на первой позиции некрофозе. А я буду продолжать быть четверкой разором, блядь, всю игру. Типа, мне это не очень интересно. Особенно с учетом того, что мы играем с какими-то рандомами, которые хуйню какую-то, откровенно говоря, делают. Если бы мы еще были бы все в войсе, типа... как в той игре, которую мы камбэкнули внезапно, то было бы одно дело. А здесь, ну, блять, у нас ноль дизейблов, у меня ноль старта, и
опять же, с этого удовольствия я просто вообще никакого не получаю. Ой, я лучше реально думаю, что начать следующую игру будет намного лучше, чем, блядь, играть эту. К сожалению, в компьютерной игре Dota 2 просто нет возможности сдаться и начать следующую без вот этой вот штуки. Минус, в принципе. Вот, поэтому, типа, начинается такое вот фижение активное. Я просто тоже не вижу смысла особо себе портить настроение такими играми. Типа, знаешь, что-то потеть, стараться, потом такой, бля, ну паджик, ну чё, ну, блядь, не хукнул здесь меня вот это вот. И так далее. Пск, паджик, блядь, не хукнул. Так, где мой ОД? Сейчас будем ебать. Оу. Сейчас будем ебать. Все, я готов ебать. Давай. Иди сюда, вот он я, вот он я, вот он я. Ну что, ну давай, ну, дальше что? Давай, да. Че теперь, че теперь, че теперь? А что теперь? Я побежал, кстати говоря. Ну что теперь? Вот он я, вот он я. Давайте, давай, давай, давай. Блять. Не надо. Вот он я. Опа. Так. Следующий. Ну что, вот он я. Давай, давай, давай. Опа, давай, давай. Ставь яйцо свое ебучее. О, блядь. О, под фонтан, вези их, тащи. Блядь, можно кнопку? Байбек есть. Нормас, нормас. Сейчас поживимся. Следующего. Как меня там застанило, забашило. На всю жизнь. Опа! Этого убить! Бить, убить! Тихо. Да зачем ты ж меня спрятал-то? Кусманидзе, балда! Такая. Оп! Ой, как же ему похуй. А! Вот фонтан пиздилова! Опа! Успеть! Не успел. Он не успел. Блин, кстати говоря, у Пуджа хорошо получается хукать под фонтан. Вот что я могу отметить. То есть именно под фонтан у него прям очень классно заходит. Ну, хорошая игра, конечно. Хорошая игра. Гарно, гарно игра. Дота 2. Ну, не, реально, кстати, очень большой плюс лол, то, что можно сдаться. Ну, типа, вообще, ну, зачем нужны были эти лишние 10 минут? Я не понимаю. Супер странно, что в этой игре нельзя сдаться, да, я согласен полностью. Согласен полностью. Ту-ту-ту-ту. Опа! Ну, Пуфидзе, конечно, просится в пати, но у нас опять трое будет. Что делаем, кстати? Да вроде так же ебись играем, чел, не знаю. Да нет, давай тогда или пятером, или вдвоем, потому что реально втроем поискали уже. Заебись было. На-на-на-на-на. Так, ща. Я... Так, ладно. Ну, кстати, Андрей, не знаю, как ты, я получал удовольствие. Ну, я, типа, пока мог его получил, а потом начал есть и тоже получал удовольствие. Так что, в принципе, я тоже получил удовольствие. Ой, я сегодня уже поел. А знаешь, что знаменитую историю про Рускиз, типа? Типа, мы хотим есть, а вы сегодня уже ели. Старая какая-то история. Вампир, короче, отмена каждую игру на разоре, теперь будет каждая игра на спектре. На спектре каждая игра, да? Дай-ка я подумаю героя, который даст максимальный буст такому персонажу, как спектра. Некрофос. Нет, нет, ну некрофос нет. Я просто когда брал некрофоса, я знал, что будешь разор. Я бы не брал. Да нет, некрофос на самом деле нормально. Некрофос пятерка на самом деле нормальная тема, если... Ну, просто счет ульта, на самом деле, просто. Ульт очень яркий. У некрофоса яркий ульт. Яркий, это правда. Так, все игры на спектре, да? Я пытаюсь придумать героя, который даст спектре максимальную помощь. К
как-то бафнет ее, бафнет спектру, баф для спектры. Чел, а ты хочешь иметь много дэмэджа и много брони? Дополнительно, естественно, к своим дэмэджу и броне. Я уверен, ты хочешь. Да. Так, пойду обновлю чай. Короче, чел, я увидел, кстати говоря, на днях мега-трикс на хомяке. В видосе увидел. Вот, мне теперь нужно как бы поиграть, чтобы попробовать реализовать. Итак, я луна. Четыре ветки, четыре перебор. Ну, фейрик. Не, фейрик нормальный, фейрик может пригодиться. А что за трикс? Слушай, когда хомяк разгоняется, короче говоря, ну вот, не летит по воздуху, а просто едет по земле разогнанной. Типа, вот ты, короче, ты зацепился куда-то, да, и начинаешь ехать. Где-то через секунду ты даже быстрее, ты уже разогнанный. Еще не на максимальную скорость, но ты уже такой, типа, крепкий. И как я обычно делал, ну, типа, я просто качусь, как бы, по людям, и все. И, ну, и дальше, как бы, ты... доезжаешь до конца, соответственно, теряешь скорость и так далее. Короче, там трикс такой, что ты толкаешь челов один раз, останавливаешься чуть-чуть, ну, жмешь назад, типа, эску, и опять разгоняешься, и толкаешь их дальше. И так можно в куче мест, на куче карт, типа, выкидывать всех в помойку. Ну, блин, ну, это, скорее всего, это какой-то дефолтный трикс, но я просто его увидел, типа, в видосе, вот в этом Overwatch Daily Moments. Понял, я, на самом деле, закономерно... В принципе, нихуя не понял. А, слышь, отдай ему танги, я случайно. Отдать? Бля, я думал, ты мне дал. Я тебе тоже, на. Спасибо. А, у нас мипа. Ну, это бустер ебучий играет. Да, так я тебе говорю. Проблема еще в доте, то, что вот, как прошлая игра, еще есть определенное количество, скажем, процентов 20 твоих игр, когда ты также пиздишь. Вот если ты играешь через соло матчмейкинг. Тебе, ну, да. Мол, вообще задействовать никак интеллект не нужно, типа ты просто бьешь. А чё, мы просто заберем руну, да, потому что чел где-то снизу там стоят. Ха-ха! Чувак, мы гении?
Наконец-то старики начинают показывать свой скилл. Да. Старики, просто руду отжали волохов. Смотри, они так и идут. А где руна? Ку-ку-ку-ку-ку, нет рунки. Старики. Поехал этот слардарчик. Ой, блин, сейчас получается слардар с бомфетчером в каждой игре, да? Походу. Кстати, слардар винга линия у нас, что ли? Ну, она неприятная, крайне неприятная. А я тогда хадреску нам хочу принести. Да, давай. Да, слардар винга против наших героев реально не... Ладно, я беру дэм этот пассивку. Там дэмэдж, все дела. Но я не особо размениваться, хотя... Я на регенчиках. Опа. Молодец, я тоже. Не. Что-то какие-то мангусики принес еще слардар. Дурак, что ли? Погоди-ка, а что это нахуй? Хочешь дэмэджи получить, да, ты? На свои селедки ебучие. Рыба, блядь. Жестко, красиво, сильно. А ты что, куда ты идешь? Куда ты идешь, блядь? Хочет помешать мне отвезти, кстати. Ну, и у него получится. Ого! Ты видел это? Mm. На тебе. Бум. Вампир. Жестко. Это нормальная линия, а не то, что, блядь, в прошлое эти вот какие-то... Хотя там чела, скорее всего, такого же уровня примерно, просто... Так, я же сагрил тебя. Такого же уровня примерно чела, только... Блядь, чел, я, по-моему, сдох. Пока пиздел. Андрей, ради бога, тихо. О, дай бог здоровья. А как он, как вообще... Я должен был сейчас отвести крипов и так далее, да? Пока да я пришел, вообще не это самое, не в этом мире немного был. Нормально, нормально. Я весь в раздумьях, в разговорах. Это, что сказать-то хочу. Про прошлых чуваков и уровень. У Слардара какое-то замедление что-то долговатое не находишь? 3 секунды, блядь, наберем уровня. Да. Много-много, согласен. Ему порезать его надо, на самом деле. Бля, я обосрался, кстати, с свободом. А это нормально, абсолютно. Да, бывает. Так. Опа, Ассалер, а ты, кстати, умрёшь сейчас же? Не... О, они! Чел, они хотят убить нас обоих, и по этому поводу за двумя зайцами погонятся, и ни одного не поймают. А нет, тебя поймают. Одного зайца они всё-таки, да. Одного схватили. Схватили за ус одного зайца. Ну, ничего страшного. Ну, чё, ерунда, всё. Второй в рейсбенд. Я при бабках, на самом деле. Одного зайца, понимаешь? У меня так-то все норм. А, ты еще. О, чел, не, забей. Сейчас фрифарм начинается полный. Смотри, на новый реген просто. Не, реген у тебя солидный. Ну да, они что-то пытаются, а что? А что ты пытаешься, эта девочка? Кстати, можно убить. А что, кортик не дашь? А, видишь, тут какой мальчик. Опа, а вот ему сейчас можно, у него закончится эта залупка скоро. У них куча регенов. Ну слушай, мы можем убить вообще. Или чё? Не убьём. Ну ладно, пускай пиздуют. Их право, правильно? Согласен. У меня откуда-то реально много денег всё-таки. Мне даже фласки не надо есть, я регенис сам. Главное не дохнуть и не... Так, сейчас я станчик такой, хоп. Меня хотят убить. Бля, ебучая сельт на самом деле, чувак. Просто ебучая сельт. Ну даже что это за герой? Он просто едет на тебя на самом деле. Да, у него нет артефактов, он, да, просто бьет ебало. У него есть 2 манга, как бы, если что. Ну, отвечаю, там течет слюна. Поэтому лич, типа, суперсильный, то есть там просто сели против лича, вообще же ничего. Да не, на самом деле просто андайнг берется, и он не может бить. Ну, да. Ну, типа, ну вот я хочу на луне поиграть, но да, как мне играть? Нельзя для... тебе, блядь, потому что в каждой игре. Это еще ладно, это даже еще с вингой, типа, винга не самый, мол, сильный персонаж на линии в начале. А если с виспом, реально, у нас был бы не разор в прошлой игре. Ну такого там насосали бы. В лоле, кстати, такой доминации на линиях нет.
в начале игры я про это уже говорил. Ой, в начале стрима своего, что типа я, может, хочу поиграть на каком-то героя, но мне нельзя. Ну, типа, если хочу победить, типа, мне нельзя. Если похуй, ну, бери, что хочешь, типа. А если хочешь, типа, побеждать, то, мол, нельзя. Вот есть 5 героев у тебя, вот играй на них. Потому что в остальном, типа, вот приходит какой-то слардар консерный, а ты луна, типа. Он просто едет на тебя, и ты ничего не можешь с этим поделать. Не хочу ему давать бим, он потому что хилку нажмет, отвечаю. Ну ладно, я дам ему бим, но хилку он сейчас нажмет. Или чё? Так, какая-то линга здесь под кучей крипов. Получает по имбалу. Хилку дожать будешь, чё? Не хочет, смотри. Хитрец. Да. Так, чё там? Soul Ring, я слышал, делают. Вот уже катится, блядь, чувак, если чё. Давай похарасим просто его. Конечно, у него тоже стики. Будут сами тебя ебать. Ну, забьем. Меня хотят ебать, но все, ладно. Тебя ебут нормально, мы с лордаром можем и разъебать. Дали? Тогда этого. Тогда вот этого крипа. Это все, оставь их. Пустыня с ними разберется. Не, спектра сейчас тоже веселенькая на самом деле стала. С этими регешиками. Я чуть отойду. Под щильтом. Да, на прочилке полный. Чел, у тебя венга в спине, смотри, идет. О, у нас там, кстати, на сложном коридоре дикий фидыч пошел. Ничего, нормально, игра поинтереснее будет. Ну, реген еще у тебя, кстати, солидный, действительно. Да. Вот что я могу объявить. Пускай пиздует, так сказать. А второго уровня пока бим. А регенов нету, человек. Я просто буду закидывать в него штучки. Да, можно, можно. Боится, боится. Опасается. О, чел, хотят меня ебать. Вижу. Ну, что это? Бля. А, тангусик не съел, на самом деле. Думал, ел, но не успел бы еще дать бим. Ну, ладно, в принципе, ничего страшного. Ботинок еще едет. Ну, че, размен-то хороший. Спектра у меня фармит. Да. Дебил на слардаре гибнет. Все отлично, значит. Значит, все хорошо. Гадят варт ставить. Давай, поставь. А, уже синтрой человек. Я понял. Что за гений? Ну это бустер, типа, понял? Стоит в миде, сам себе синтри покупает, там варт ломает. Ну да. Бустер есть бустер. Этот делпич продолжает стоять. О. Ты ебалась. У тебя не будет корточка? Будет. Я убью. О, сори, а это просто. А этот просто. Ну, он просто поехал на меня, чувак. Он просто поехал, а мы чё, блядь? Хули нет. Ну и все. На меня тоже сейчас поедет просто. А, это. Ну, как обычно. Когда все нормально, приходит мидер и ебет тебя. На самом деле, ну, чё, а что если Лара такого мутанта сделали? Что это нахер за 20 скорости передвижения? У него же первый уровень спринт, понял? 20% на первом уровне, типа МСа. На 10 секунд с кулдауном 17 и замедление на 3 секунды 20 плюс стан, плюс 80 дэм уже физического и 8 секунд кулдауна. Ну да, типа, что это нахуй за мутаген? А что за бабка сюда пришла? Бабка, вали отсюда. Ну да.
А, и на речке еще плюс 25 дополнительно, если что, тоже. Бля, чел, ну просто уйди отсюда, ради бога. Четко, я тебе заработал денег. Так, а у нас есть какие-то артефакты для меня? Говноедский Слардар. У тебя ботинок не в слоте? Или да, все я под знаю, контролем? Я тут не криво. Че, подойди? Ты мне говоришь? Да. Оу. Очень удобно. Так, там на меди ебут. Реально ебут. Разъебали. Там талон на распродаже. Да, талон. Вот ресель здесь. Хочешь спину выйду с ресультом? Давай. Надо прямо сейчас, пока крипы не добежали. Фетчер какой-нибудь грязный, небось. А чё так долго? Его увеличили, что ли? Да, вроде бы. О, бля, чел, грязный был Фетчер под ебалом у нас. Вот Синтря можно отманить его, так сказать. Выманить, выманить, смотри, смотри. Ну, сука, бля. А у нас сейчас убьет двоих, кстати. Видимо, да? Я все. Так, у него заканчивается вроде хрень. Вообще поебать, да? Ну я понял. Смотри, девочка есть, на полу старой квартиры, нику человека. Хорошо. У нас просто даже вижна, по-моему, не было, мог убежать, если да. Что. Но это как мало его волнует, типа. Я думаю. Так, а там срал, гнать. Бля, какой высос сверху произошел? Глобальный. Упс. Нормас, нормас! Сейчас поживимся. Блин, ну поживимся ли? Бонник один. Давайте просто его. Ну вообще даст есть, но. Давай, давай, давай. Погонимся? Типа? Да. Ну мы его не убьем никогда в жизни, забьем. Еще как убьем. А если он меня убьет? Ладно, человек шил. Реально никогда не убьем. Убил четверых ночи. Типа. У меня штучки не было. Или была, кстати, я забыл ее нажать. Да, я просто на самом деле в ахуе тут с того был, то что у него этот скилл, он ему только что, блядь, дал плюс 700 хп просто, понимаешь? А он дает хп, он не в процентах дает, как знаешь, как. Как на нормальные скиллы. Он просто дает хп. Да, к сожалению. Да, и вот это начинается у человека 100 миллиардов. Блин, он еще дэмэджи получает, понял, за каждое убийство. Да. Или за что он там получает? Ну, короче, перма-дэмэдж по 5. Это не так мало. О, чел. Тут весело. По Саймсону. Ага. Ага.
Блять, чел, что нахуй за хуйня? То есть... Просто бежит Сардар, дает тебе... Бля, я не понимаю, как я должен играть? Что я должен покупать? О, кстати, ты погиб. Ну да, сейчас смотри, свапнет, но... Бля, ты забавно побежал. Опа, а, ну у нас есть бустер. На том спасибо. Ну типа тут у нас бустер, и у них получается бустер. А, да, дота нынче, конечно, радует, что пиздец. И ты такой думаешь, Слардар, типа, ну вот, манты там, заберешь лотосы. Так что же, он потом просто вешает бесконечную штуку на тебя. Чел, блядь, дота сложна как шахматы, да. Два кристаллиса. Дота сложна как шахматы. Так и есть. Что это, блядь? Ну что, кристаллис подняли, правильно? Игра заканчивается за 20 минут, зачем думать, что собирать? Я просто... Ну, меня просто это раздражает. Вот, например, я лич, мы эту линию разъебываем просто в салат, и уже ее выиграли игру, скорее всего, потому что никто никого не убивает, я лич. Ну я не хочу лич каждая игра играть, блять. Посмотри просто на демош, у меня еще вот так вот есть. А у них вот так есть. Я не хочу играть ебаным личом каждую, блять, игру. Почему я должен? Почему я нахуй обязан? Я бэн, блин. Тун-т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 ун. Чё там? На рингу а акула. Почему манга 3 никто, блядь, не поставил? Всем похуй на игру. Ну, а какой-то, блядь, идет какой-то срал. Почему бы нам его не убить? Почему бы чё-то не нажать? Так, ну, нормально. Тот без ульта, этот без аеги. Идет бустер. Убили бы его крингза, который прям под вами стоит. Отлично, 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 отличненько. Ах, что такое медленно? Ёпта. Нахуй его знает. Типа крутые парни не смотрят на взрыв, типа того, да, сейчас было? Ну да. Блин, вот ты понимаешь, что чтобы началась драка и мы ее выиграли, я должен дать ульт просто, чтобы что-то произошло. Потому что никто не хочет играть. Ну это же еще и рейтинг говна, кроме всего остального. Кроме того, что это игра говна, это, блядь, еще и рейтинг говна. Бустер хотя бы есть на... Хотя, кстати, не такой-то он бустер на мипа, судя по всему. Был бы бустером, выиграл бы всех. Ситуация на карте какова, блять? Моя ебаная снэпфайр, вместо того, чтобы что-то делать, фармит просто лес. Мипа тоже фармит мой лес. И Ярослав тоже дофармливает лес. Ну, я тут просто бегаю, потому что пока ничего не происходит на карте. О, да, бустер у нас бустит. У меня нет ульта. Сейчас куда-то идти. У меня так, тоже пока нет. Хожу. Ну, я хочу радик доделать, а там посмотрим. Давай, а у тебя будет радик, что ли, в этой игре? Да. Звучит оптимистично, пиздец. О! Охуенный блинк Сардара. Ну а какая разница, блядь, насколько он охуенный лет, если он за один удар отнимает мне... Внимание, нахуй! Как понять? Тут непонятно. Ну, типа... Ну, хп так 700, наверное, вот с этой тычки он меня отнял. Я видел, да, нормально было. Так, типа, такое, ну, 7 соточек, чё бы и нет. Чё бы нет, блядь. А у него нет предметов, у него, блин, ПТ. 700 хп. А по герою с 8 брони. Так, погодите, а где А? Всё, здесь, нахуй.
предметы не долетели. Так, пойду манга 3 тыкну. Опа. Опа. Бустерок работает. Так, а что мне взять? Сенсоринг? Слушай, возьми, у тебя есть предмет какой-то? Да, у меня акила. Возьми сенсоринг. У меня акила, она очень хорошая. Так, сенсоринг круче акилы. Да не, сенсринг мне, блять, Борис Дашкевич, сенсринг мне не очень нужен. Сенсринг дает духу я хп, но там как знаешь. Ну типа как же я могу применять аквилу на что-то? Не знаю. Мне кажется, для спектра сенсринг поинтереснее. Аквила вон этому можно. Чел, у нас у Мипа, блять, аркан ринг, понимаешь? Или что-то такое. Ну короче, вот это вот говно, которое манку чуть-чуть дает, инты. Хотя там есть и сенсринг, и я клянул, но вот ему сенсринг не особо. Блять, да иди ты! Бум. Чел, нахуй. Просто, блядь, катится нахуй. Вот так вот, человек. Ну, ради бога, катись, чё, блядь. Я-то чё. Хотя вот теперь сенсринг я покупаю. А вы друзья с Марсом? Или такие? Не особо. Опа, бустер пошел, ебать, лоха. Бам-бам-бам-бам-бам. Бля, он позабил его. Ноль помощи, кстати. Я, кстати говоря, где-то минут 15 назад у меня было там, знаешь, чуть-чуть голды до доминатора. Ну, у меня, кстати, чуть-чуть голды до доминатора. Нормас, нормас. Вот и с Радиком. Все, короче, слышишь? Так надо ебать их, у них слара еще нет. Давай, Андрей. Давай ебать их. Надо, надо. Ну так, жми кнопки или чё? Там он клинк за, надо ещё разъебать. Даст будет ещё. А, не, пиздобок тут ничего даст, а даст не будет. Блять, он... А у него ман не будет. Чел, он... Да-да, вот я про это же хотел сказать. Он нажал на меня просто про... Я вообще не знаю, почему он не бил всё время. Он бы, мне кажется, у всех был. Он нажал на меня одну кнопку. Просто райт-клик, и я сдох за одну секунду. Блять, где я вообще нахуй? Ты исчез. Я не нажал Sense Ring, да, но я просто в ахуе был, честно говоря, немножечко. И стики не нажал, и Sense Ring, блять, куда я делся-то, ёб твою мать? Ну, да, я тоже не понял. Так, хорошо, что бустер есть, смотри, как он ебёт. Это наш бустер. Ну, я тоже не в курсе. Бля, фантастика, просто реально фантастика. Они вот вообще, они хотя бы, блядь, думают, когда они изменения какие-то вводят? Или типа... Короче, ладно. Пизду. Не, на самом деле, а ты еще представь себе, что это рейтинг хоть и говна, но типа все, он все высокий. Представляешь, что творится на низких рейтингах, где бегает этот Клинкс, где понятие синтрея, вот эти, которые у нас тут хотя бы везде стоят, вообще не существует. Просто чел на Клинкзе научился играть, и как жопа должна бомбить, наверное, у каждого чела, который в доту заходит, от того, что есть какие-то Клинкзы в ней. Yep. Так, у меня есть Урсач, он, кстати говоря, дает скорость атаки 15. Не забывайте нажимать Сенсоринг. Понятненько. Нужно жить. А чё у вас там за ёбка идёт дико? Я вообще не там. Я тут подпушивать решил. Решил выходить немного в лейтуху. Бля, немножко в лейтуху выходить. Ну, я, кстати говоря, скорее всего сдохну тут, но мне как-то похуй. Ну, это нормально. Mm-hmm.
А противникам настолько поебать, что я просто вышку забрал, сюда даже никто не прилетел. Я фул. Я дальше пойду, чё? Ну, умру, скорее всего, но мне похуй. Давай. Деньги зарабатываю для тимки. Так, все, Урсача не хочу, чтобы он умирал. Блин, он идет путем, где умирают, кстати. Простите. С одного так, удара значит, уже сдох, чешо. Да, нет, три. Три удара, значит, было. Три удара. Нет, ну, блять. Нет, не две, ребят. Не врите. Три удара. Так, у меня есть Spider Legs. Я умер. Я не могу. О, смотри, бустер, ребят. Опа! Бустер! Аккуратней. Ой, бустер. Нашел. Андрей, ультом, помоги бустеру. У меня нет ульта. Помоги бустеру так. Я иду помогать бустеру. Бустер ебет, пиздец. Бустер там пиздец, один против ста дерется. Один в сто. Опа, пошла ёбка. Бам! Прыжок! У-у-у! Ну а Сарар не так больно бьет, как тот чел, который скелет. О, тут невидимость. Но она не поможет. Так, слушай, ну а что за хуйня? Я возьму эту невидимость. Пойдем еще кого-нибудь трахнуть. А есть кого-то? О, смотри, ну, вот эту штуку можно трахнуть сейчас. Охуенно, я ульдал, кстати, сейчас. Нормас. Будем считать, что я заставил чела нажать ультимейт, прям. Да. От нас, блядь, не скрыться. Да, на самом деле, Сларк против Спектри, вот это, конечно, по-моему, понос тот еще. У меня постоянные дегера, которые его замедляют, вижен дают на него. Опа, Fairy Fire. Ну, кстати, он лучше, чем Essence Ring. Чел, смотри, кстати говоря, есть супер тема, это вот это вот манговое дерево. Посмотри, как оно стоит охуенно. Да, прикольно. Да тиммейты изобрели нашу? Нет, ну и, блядь, Андрей. Понял. Я поделал, кто изобрел. Так, 4 секунды перезарядки. Но есть, кстати, вероятность, что, ну, так как я старый довольно человек, я никогда не нажму ГОСТ, когда на меня будет нападать Клинкс. Да, она есть. Ну, я слишком быстро буду умирать, так как Вивер. На Вивер я скидываю. Андрей, смотри, какая штука есть у тебя. Блин, спасибо оп. Большое. Это я собрал урожай. Очень вкусно. Собрал урожай манги. Очень вкусно. Так, а я, кстати говоря, буду аганим делать и вешать на тебя, ты будешь килл всех. Там что-то происходит, смотри. Ну, у меня ТП нет. Так что... good luck, have fun, как говорится. Там ёбка дикая идет. Да, вижу. Оу! Оу! Зачем же я прилетел сюда? А! А, бля, попались. Так, и что дальше делать? Нет! Два удара. Стан на 339. Два удара. Один удар. Один удар на 700. Есть? Что-то ладно, мне все. Мне не нравится уже шаль. Я меняю ее. Так, у нас база быстро нападет, да? Хотя собрать уже записался. Ну да, я все, я Essence Ring беру. Так, база. Да, база. У меня байбек есть. Блять, ну не хочется так байбекаться, или что это за хуйня началась? Бля, Андрюх, ну это просто так себе произошла ситуация. Я бы сделал байбек, если бы вот тут была бы пизделка, но не там. Ну, я думал, челики все сдохнут. Там что-то началась заблевка такая, и уже все как бы. Но это на самом деле была ошибочка. Ошибочка. Хотя, я, возможно, крипов там убил. А, блять, я еще Greater Fairy Fire, естественно, не нажал. Опа, нахуй! На нахуй, блять. Сука, почти обоим пизды дал. К сожалению. О, смотри, стоит. Блин, кстати, стоит. У Слардара еще таланты прикольные. 10-15, так смотрю. Да что? Да ёб твою мать. Ну я думал нажать ГОСТ чуть-чуть попозже, но я ловлю баш. Блять, на сколько хп? Ну типа серьезно, сколько? Ну почему?
Почему нельзя в доту играть, в компьютерную игру, вторая дота? Оп, да нахуй. Так, чтобы ты не умирал за... Два удара! Два удара 2200 хп отнимают. Что случилось, блядь? Это без критов еще получается на фаер. Не, вещь прикольная. А есть достой? Да, наверное. Давай, я до конца иду. Ну, затем давай убивать вот этого человека, который тут. Отъебись, блядь. Кусок. Блин, фраги, правда, вот эти я забираю, не при... Но ничего страшного. Бля, я на самом деле даю много аур, типа у меня домик, 20% дэмэдж, 25%, 30% брони, 30% урона. Я прям ауромен, но нам, короче, кираса нужна, Владмир, наверное. Баклер нужен, кстати. Он не особо поможет, конечно, в этом. Рошана убить, ага. Угу. А Андрей, снизу куча денег. Рошана, это, конечно, без проблем на спектре, это сейчас я его разъебу. Поставил я. Долбоёб. Блять, спектра Рошана не бьет, чел. Когда? А на Бонника нет просто... Вижена случайно? Не знаю, возможно он и без Вижена умрет, а может и не умрет. Мне кажется, кстати, он развернется и убьет тебя, если захочет. А, у тебя Блейдмейл! Да у меня, короче, там много штук. У меня отлетел рандомный чайник. Я сдох по этому поводу. Обидно, конечно, получилось. Что там, давай, там Клинза нет. Опа, еба. Блин, там у всех форстафы, у всех хуйстафы. Там чел, наш чел хочет Рошана добить. Пускай, пускай. А он не добьет, я в этом смысле. Или успеет. Бля, не, ему пизда. Ему пизда. Дрюха, бля, давай. Сыр! Опа! О! Бля, в какие-то времена... Говорит, фэрифайр есть! Фэрифайр! 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 А! Чел! Хорошо, хорошо, хорошо! Еще один будет. Бля, дай бог здоровья. ТП-шку. Бля... О! И ТП-шку. Или чё? Бля, человек там много. А, не, он там один! Они все здесь. Смертельная битва пошла, нет, да? Блять, осыпался. Ебучий лич! Ну-ка давай, блять, раз на раз, сука. У меня бимы бесконечные. Бля, да! Интересно, смотри, блять, смешные. Он друга вызвал. Ебать, поймаю. Нет! Чел, я проиграл смертельную битву, и ты у тоже. У него ульта попался. Была, у, сук! Все с фурстафами, сук, сук. У! Помнишь, я говорил, Сларк плох против спектры? Так вот этот пиздёж. Так, кстати, когда ты это говорил, я нихуя не понял, что ты говоришь, но, по-моему, Сларк охуенный против спектры всегда был. Он же, ну как бы, она такая статичная, он просто из неё ворует статы. Ну да, так и есть. Бёрста у неё нет, чтобы его как-то убивать быстро. Тут я согласен полностью с чатом. Дикс! Бля, на самом деле, я просто охуеваю, я сижу. Я просто сижу охуеваю. Что это? Ну, блядь, зачем я вообще в доту захожу? Чтобы вот это вот смотреть, вот эту хуйню, вот это вот, блядь, существо увидеть, лицезреть, блядь.
А это, блядь, дивайны пятые просто. Вообще не надо, блядь, ничего уметь абсолютно. При том, что у нас еще какой-то бустер на мипаре, он все равно нихуя не может. Он, кстати... Да не, он не бустер, я думаю. Да не, ну это так. Для бустера он слабоват, так скажем. Бустер бы уже всех разъебал в соло. Бустер на паре, это no one. Это бустер. Вообще, сейчас бы подраться, убить Бен Флетчера, этого вонючего. У меня хотя бы достычка будет. Сейчас бы подраться, убить вонючего Бен Флетчера, согласен. Ну я пойду ж забирать штуки всякие. Меня тут видят? Тебя, подожди, там, да, уже еблет на тебя пошла. О! Кого ебем? Кого-то забали. Опа! Так, а чё? Не трогай, блядь. Да не-не, давай его ебать его. А теперь блядь, не получится его ебать. Особенный гений. Бля, ну он сейчас статов просто наворует с Марса. Да, лучше. О, смотри, ДД-хали. На этом мипарю, наверное, или кто ест его? Ладно, возьми ты или чё? Там, короче, смертельная битва бабки с Венгой была. Ладно. На самом деле, БКБшки там кончаются у людей. Этот сраный скелет вообще без БКБ играет. Сраный скелет, я на него прыгаю, он уже дохнет. Как бы он ничего не может сделать. Ну, тебе-то он ничего и не может сделать, блин. А как только они без байбеков, типа, расслабились, и тут мы. Есть, если что, я пошел бить. Ну, блядь, еще вот этот вот скилл охуенный. Просто полуглиф какой-то халявный дают. Ну да. Типа вот так. Ну, у нас, кстати говоря, куча брони, куча дэмэджа. За счет моих аур всяких, смотри. А мы трон разъебем, блядь. Давай. Да пойдем трон. У меня байбека только нет. Так вот, если у него нет, то мы... А, нет, я думал, у этого нет байбека. Ладно, сейчас зафорсим врага хуйню сделать какую-то. Вот такую, например. Уже хуйней попахивает, кстати, еще. Так, ну мы пора байбека. А может мы просто на трон нажмем, слышишь? Надо на трон просто давай нажать. Давай трон. На трон нажмите, не будьте Virtus.pro, все в трон. Вот и все, ну, блядь, классическая игра. Классическая дотка, да, блядь. Ой, блядь. Блядь, вот объясни мне, что с этой игрой не так, серьезно. Вот что я это за игра? Знаю, типа... Вот все то, что мы наблюдали, всю эту игру, это нормально? Что герой, в принципе, с нормальными шмотками может умереть за два удара. Типа, от персонажа, у которого нет шмоток. А потом, типа, ну вот, что это, нахуй, блядь. Ну, блядь, они сломали игру. Вот реально, она раньше такой не была. Все, что происходило раньше в Доте, все было более-менее логично и как-то поддавалось какому-то анализу, какой-то идее общей. Типа это просто поломанная какая-то херня. Типа... Просто ты просто смотришь и не понимаешь, что происходит. Почему это случилось? Потому что один герой перефармил, в итоге он убивает твоего керри, потому что у него больше нетворса. Это из-за того, что роумер сыграл лучше, это из-за этого, из-за того. А сейчас, реально, просто один чел всех ебет, потому что у него герой лучше. Все. Добро пожаловать в матчмейкинг. Теперь здесь так. Ну да. Hello, guys. Hey, man. May I enjoy you? Enjoy you? Yes, I can. Yeah, well, yeah. Enjoy. Так у нас пятых нет. Ну, можем попробовать поиск сделать? Долго искать будет, тогда я не... Ну, давай, попробуем. Рейтинга? Не, ну, у вас одинаково с Андреем, то есть, по идее, должно получиться. May I enjoy you? Это, да. Enjoy you, Dix. Dix? Все было хорошо. Dix. Не, короче, спектра... ладно. Спектра. Почему здесь спектра вообще, блядь? Она нихуя не сделала. Мипа сломал трон просто, блядь. Хотя нет, спектра все-таки сделала немного. Тут ему нельзя так сказать, что она бесполезна совершенно.
Только что если зайти на DotaBuff? DotaBuff.com и насладиться винрейтами героев. Итак. Нет, кстати, у Боника небольшой винрейт. Ну, оно понятно, на самом деле, почему. Потому что, типа, на нем нужно сноуборить, мол, в миде стать и так далее. О. Так, ну что, спектра каждая игра? Просто спектра выглядит как герой, который может в эту доту играть. Ой, а я типа это... Я типа по... Бля, четверкой играть. А кем из четверок можно играть в доту, чтобы получать удовольствие? Ну... Есть герой? Это Луна. Луна. Ну, на четверке, да, поинтереснее, чем на пятерке, кстати. Может быть, Рубик какой-то. Рубик. На самом деле, я могу тебе предложить парочку. О, Клокверк, тебе понравится, чел. Ключник. Да я сейчас очень неопытный ввиду своего этого, ну, как бы, своего геймплея. Очень неопытный на таких роумерских. Я не чувствую карту, когда куда пойти там, и так далее. Ну, опыт же нужен определенный, нужно наиграть что-то. Ну, тогда на тине надо играть. Чтобы просто нихуя не делать. Там опыт не нужен никакой. Рубика возьму. Там просто, блядь, одна рука нужна тебе желательно, и все. Так, и что, спектра? Спектра, спектра, спектра. Ой, не, это не спектра. По-моему, это точно не спектра. Блин, это как бы антимаг, но на самом деле не то, чтобы прям антимаг-антимаг. Хотя, да нет, давайте антимаг будет, пускай попробуем. Он вроде должен быть нормальный. Мана бёрн, перхит, все дела. Хотя, с другой стороны, антимаг сейчас похож на комонку больше. Да, комонка это плотная прям. Ну ладно, проверим сейчас. А, антимаг и инвокер. Ну, нет, инвокер 25-го может создать спейс, но антимаг Андрей может не использовать спейс. О, лондроид. А что вот на Рубике взять, мне интересно? Вот базилку иногда берут. Типа или ботинок. Басилка 3 ко всем статам дает, конечно, это приятно очень. Ебать, ты высрал героя, чел. Угу. Ты реально высрал его, ну ладно. Ну, что поделаешь. Да. Главное, что прадик. Он уже высран. Да, я что-то просто против Тимбера взял, чисто на линию, на самом деле. Знаешь, мне кажется, сейчас именно так надо играть. Блять, лондруид, еще и какой-то алхимос. Конечно, достойное уважение у меня, если что. Нет. О, слушай, так я сейчас... Чел. Я сейчас просто делаю себе абиссал первым артефактом и башу по всей карте, как тебе? Первым артефактом? Ну, почти, да. Слушай, ну без манта, мне кажется, антимаг все равно не работает как-то.
ты нажимал. Хотя? Да нет, надо, ну, короче, ладно, я по ситуации, манту. Я по ситуации. А хотя с другой стороны манта, а там Леон, да? Ну а с другой стороны еще но Леон. Но перефармливать этого алхимика все равно не очень кайф. Алхимика? У них нет алхимика. А как это? У них есть алхимик, понял. Дикс? Дикс. Ну пойдем. Я Рубен. И Кентавр. Ты Рубен, я Антимаг. А, ну так Кэрри Алхимик и Леон, это очень слабая линия, кстати. А, они сейчас триплой туда высрутся, возможно. Будем страдать. Но если триплой, то я буду крипов таскать там. Ладно, поехали. Все-таки нет-нет, а ивент на дворе как бы. Сори, Андрей, у меня ивент на линии. Ура! Фейерверк! Да, а, чел, сам. У тебя праздник. Мне весело, чувак, ивент. Спасибо. Наконец-то. Наконец-то я могу толкать хомяка какого-то. Не, кстати, Леонтьев у меня тут. Леонтьев у тебя? А, это Венга и Алхимия. Тоже говно, в принципе. А что там ветка упала какая-то? Это так должно быть? У них тоже ивент, между прочим. Там Венга на ту могла пойти, Ирон, но не. Не, она тут. Пойдешь на них? Сказать, показать им, кто тут батя. Блять, он переклеил. Надо ту забрать будет попозже. Я схожу сейчас. Но нормально. Она базом нажала. Ну и балла моим отбили. Так что все. А, у нас тут украл кто-то руну. Понял, они гении игры. Армидер был их. А наш мидер. Будь здоров. Спасибо. А, медведем украл он. Ух ты, блядь, какая команда, ты понял? Медведь, у них там все дела. Гении. Гении. Ну что ты будешь делать с таким? Андрю, я, конечно, все понимаю. Но играть за крипа себя не уважать. Правильно, правильно. Так его, так его. Ага, ага. Танчик она кидает, смотри на меня. Хилочку пьет. Ну пей, пей, черт. Да не, ну это он не совсем крип, не вот так. Крипов огромное количество. Можем, может быть, даже с ними как-то под вышку заехать сейчас. Сейчас заедем. Куда она вообще идет? Слушай, застанет, мне кажется, она сдохла просто. Ну, надо было бы, да. Типа она что-то вообще во всех крипов на земле заехала. Бля, хорошо, у меня вышка не начала бить. Что-то опасно было. Так, а ну-ка давай-ка под крипами под этими еще их подепрессуем. А давай я на тебя ее. Оп-оп. У тебя есть этот? По голове, так сказать, ударить. Заряда только. Да не, я не про это, я имел в виду. Не-не, я второй не буду качу. Да, ну тут просто такая ситуация, я думал, вдруг ты взял. Ну, нормально, там алхимик, мне кажется, крипа 2-3 убил из этой всей пачки. Вон ржавика надо, твой должен быть. А давай я его под тебя сейчас. Ага. А можем убить прям даже, наверное. Можем. На next раз будет, когда поднять. Смотри, как бы next раз, чтобы у тебя ебальник. А, у тебя хилочка есть, да? Отойди, выпей, пока там все, когда или что. Сейчас будет поднять себя. Да, у меня мана нет. Да, херню. Ты фласку ему сбил? Да, он говнюк, пиздец. Вообще бомба. М,
Ну, они обоссаны официально, что можно сказать. А я сейчас там гусик, там не приедут. Это что он там такое пытается сделать, интересно? Трец такой. Спасибо. Ой. Да что? Алло, блядь, игра. Вторая дот. Так. Там, наверное, отводить сейчас пойдут. Посмотрю. Как дела на верхней линии? Нормас, а, нормас, нормас. По крипам так себе, но в основном нормас. Ух ты, бля. Ух, бля. У меня фласка есть тебе, если хочешь. Ну, нет, давай я быстренько до дома сбегу лучше. Давай. Ух ты, а быстренько не получится. Нет, тогда дропну двоих. Да, давай. Блин, мы баунтосы не собрали, да, вообще? Да, тут уже какой-то тип бунтосовые воры. А давай-ка сейчас его... Не, ребят, нормас, нормас. Враг просто тоже, типа, Леон и Тимбер. Неприятно, конечно, но... А, вот крипы душат. Одел химик. Скрипком сится. Да, блядь, что с скрипами? Почему они просто за мной гоняются? Ебанули что ли? Бля. О, бля. Так, у меня стампеда есть. Ну вот они тот фармят, можно сейчас забежать. Я бы за алхимиком гнался нахуй. Да, похер, я у него украл крипов и все. Ну нормально. Типа, главное, чтобы алхимик не фармил. Так он уйдет сейчас в лес надал. Ну он уже ушел. Нормально, ушел. А, нет, смотри, почему-то не ушел. Давай под тебя подкину, немножко побьем. Окей. Так, там ТП к нам дал Леон. Леон дает ТП. У меня это. Сейчас. Бедненько вышло. Но они этого алхимика тут
Ну, у него очень все плохо, на самом деле. Это good. Бля, чел. Нахуй ты ж, блядь, ты живешь. Где там гусь, нам? Правильно. Пофармить. У меня 12 зарядов пассивки. Он отлетит как? Пока у него чисто. Они тут фарт сломали, а что, ебанулись? Как они вообще об этом? Да у тебя же вообще нет слотов, блядь! Ноль слотов у человека, нахуй! Подниму, давай под тебя. Ноль слотов, у Венги две, блядь, ветки бегает тут. Дерется со мной. Короче, ко мне сейчас вангард приедет, просто и они могут уходить. Надо бы сейчас аванпосты, вот у нас там уже захватывают, нам бы как-то его перехватить или что? А тут, кстати, он прилетел, по-моему. О, я, кстати, перехвачу его. Успеет заходить. Не, не перехвачу, пошутил. Зато, парни, вот бонус. Хотя, когда у меня этот вангвард есть, нафиг мне Пурман Шилд. А, хер его знает. Может, нужен для чего-то. Теоретически где-то могут сейчас наверх кто-то прийти, потому что снизу хорошо. Нет никого. Ну, алхимик лесной теперь, вероятно. А нет, алхимик. А можем вингу? Можем алхимик побить тебя. Он под тучей тут, ну, под моей. Ебать, чел. Ебать, чел. Это что такое, нахуй? Это прибежал андроид. Чё-то не по силам. Же... Ну, прибежал андроид, да. К ним прибежал андроид, к нам никто не... Ну, ладно, всё. Тут на этой линии, ну, типа, надо вот туда перемещаться, нам, наверное, похуй на этого алхимика. Ну, мы как бы сделали всё, что могли, я думаю... Дальше уже не наша задача. Так, там займ, я наверх поехал. Так, ну я пока подкачиваюсь. А чё, мы можем убить кого-то, я иду? Ну я там, да. Вообще изи. А тут вардик. Так, дескил. Блин. Маю нахуй. Жирный, да? Ты вообще понимаешь, что... А, он не умрет. А ему глубоко все равно. Медведь убить, если он сдохнет. Ага. Да. Ты, в него попрыгал весь чайник лича, абсолютно весь. Блять, я украл у Леона мана дрейн. В него попрыгал весь абсолютно чайник лича. Ты его бил. Ну, да, я его бил. А я что-то подумал, то, что мне вообще можно его не трогать, типа забить хуй, но это не совсем так. Я все раз лучше трогать. Какое дело? Да.
маленькое дерево. Первого уровня говнина тоже. Сука. Можно нормальный скилл какой-нибудь поиметь? Тут говно воруется постоянно. Это вот нормальный скилл. Так, я тогда в лесочке сейчас дагер добью, и под санстраки будем выходы устраивать. Давай. Так, ну алхимика сейчас оставили на веселой ферме в Кантача, он сейчас купит предметы свои. Значит, лондруид. Какой, блядь, лондруид? Да вы что, издеваетесь, что ли, совсем, блядь? Почему я тоже должен, блядь, чтобы побеждать, играть как аутист, блядь? Вот объясните, пожалуйста. О! Я агрессирую антимагом под вышку, блядь, к Тимберу. Почему там находится лондруид, который собирается, блядь, меня убивать? Да нахуй, что за юмор, блядь, какой-то такой странный? Юмор странный. Но, да, непонятно. Там, кстати, появились новые предметы. Талон есть. Андрей, там талон. Талон имеется. Талон возьму. Подожди, у тебя тоже бурманшил? Да, я вражеский своровал. Ах ты вор. Ну, такой, да. Опа, Dragon Scale. Нужен кому Dragon Scale? Вот Vampire Fang, мне кажется, мне нужнее, хотя... Я выложил Dragon Scale там. Okay. На базе. Нападают на меня. Вор не с первого удара, когда прокают. Да там Леон просто выходит, на самом деле это было супер очевидно, но я просто в тильте, я не знаю, блядь. Manson Strike? Я еще искренне надеюсь, что инвокер что-то типа будет делать, но... Короче, в пизду. В пизду. Почему, когда я опять играю на керри, блядь, какая-то хуета творится? Вот я не могу понять. То, что меня пиздят на линии, два героя, мой лич гуляет, блядь, нихуя не делает, блядь. Делаю вангвард, прыгаю под тавр, чтобы, блядь, врагов похарасить жестче. А там, блядь, вся команда ебаная, нахуй. Уже. Я опять украл, блядь, манасос. Сосу, блядь, ману из мишки. Да? Корни наебало, конечно. Что за дрочь на медведя на этом? Ёбаный стыд. Блочу, блочу, блочу. Свапаю, чела. Нахуй, блядь, без маны все медведи твои останутся. Можно... Как-то можно его убить, я не знаю. Или он сейчас меня еще убьет по итогу. Венга. Пусть Венга убивает. Как убить лондруида? Хуй его знает, я башню делаю. Вообще не понимаю. Что за герой такой? А ведь очевидно же, что какой-то ебучий бустер играет опять. Ну типа очевидно. В каждой, блять, игре. Какой-то ебучий бустер. Иногда он за тебя, иногда он против тебя. Но в каждой игре. Ты видишь бустера? Нет, а он есть. А он, блядь, есть. Именно так. Ой, сон, сори. Там лечу помочь надо. На, лечу вниз. А этого можно убить? А, ну, вообще-то... Ну, у меня стана нет. Смотрите, смотрите. И там... А, это ты летишь? А я нажал через Shift Counter Spell, а взял всем похуй было. Нормально? Да. Тут можно добить. О, да. Доживать. А, у тебя ж...
Вангвард. Блять, куча иллюзия говна, убейте ее, бегает тут. Кстати, нашел моментик, то что я хорошо очень убиваю, оказывается, эншентов. У тебя есть батл фигурка? Нет. Тогда не так хорошо, как хотелось бы. Убер, я облака вымел. Почему у меня не кулдаун не успел вообще? Почему? Я... Ну, вот этот вот. Смотри, у меня один заряд и второй не разбавляет. Он перезаряжается, там уже долго очень. Да? Да, очень. 90 секунд. Вот. Можем тимбера вскрыть. Да толку-то от него, тимбер это как кусок помойки. Ну, пойдем, да. Попробуем. О, смотри, вот Иван. Так, вниз идут 10 человек. Ну да, мы за тимбером гоняем. Он ТП уже нажал, просто время тратить. А, нет, все равно. И вышку можем пойти забрать. А, не, ванпост перехватывают, надо бы нам какие-то эти забрать. А можно вот так сделать. А можно вот так сделать, да. На баунти сейчас поймать кого-то. Ну, вот тут будет алхимки. За Леоном еще. Так, я за алхимиком пошел. Давай, 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 давай. Дави говно. Ты хочешь его забашить, да, или что? Привет. Да, здорово. Нейтральный крип меня трахнул. А, ну хотя если медведь вместе с его этот, хозяином бьет, он же там тоже руты дает, вот этот мудак. Да он хилится и руты дает. А, там же МКБ, блядь. Он в этой форме там, вообще МКБ, какой-то. Да, МКБ, там какой-то абсолютно крейзи медведь. То есть там вот 0.4, 0.2, там 2.7 и какой-то абсолютно сумасшедший чел на медведе плей. Так, а что у меня в этой игре? Ну какой-то аганим, блин, каганим. Кольцо есть. Да я опять забыл, что у меня есть кольцо. Ничего, ничего. В следующей игре нажму. Ну, на самом деле, хорошо, что я его не нажал, я бы отдал фраг медведя. Я его нажал. Там вот какой-то чел. Епа. Так, эй, чел, это... подожди. Дистант первого уровня. Обычно. Может, алебарду какую-то сделать? Да, у них стоит вот здесь вард, хер знает сколько времени, они его не ломают, просто поебать. Они даже не в курсе. Алебарду? Да, да, алебарду супер топ против мишки. Вы же затыкать его хотел на время. Давайте дальше пойдем. Ну... Не, у нас все кнопки есть и инвокер сильный очень. Можем прогуляться. Там катаклизма нет, но у него. А у нас вообще вот пушится все. Да, на губок. Дойти. Зафармить бы их рез перед тем, как уходить. Кто там остался, кто-то, да? Отсталый. Ну ладно, на этого похер.
Пленок, кстати, лагерь. Андрей, осторожно. Хуясь. Я буду стараться на него прыгать. На 25-й зафармишь энчентов, тут потом я стакнул. Попробую, но не то, что прям фармил их. Для чего мне? Что это за урон, блядь? Шрофлите. Вопрос, блядь, хороший, если чё. А, мне опять был сенсринг. Опять нажму. Когда-нибудь нажму. Так. Живи, братишка. Живёшь, да, или чё? Я, конечно... Не, могу... ладно, я, короче, с антимагом, походу, погорячился. Очень сильно погорячился. Потому что если сказать, что герой, блядь, нихуя не делает, то это ничего не сказать. Но все-таки антимаг — это герой старой школы. В том, ну это да, что... это исключительно сплитпуш с БФом. Есть, ну да, есть конкретный билд, и он работает проверенно временем, так сказать. Все остальное реально не работает. Я, пожалуй, прямо сейчас бафу фьюри буду собирать, потому что иначе... Блин, они украли все баунти руны. Плохим с БКБ, как обычно. Ладно, нужны форс стафы, что ли. Или гост стафы против этого медведя, вообще не знаю. Ну, блядь, там играет один медведь. Ну, типа алхимик, это что-то там высирает, но такое. У алхимика мало. Ну, блядь, мало, но будет много, на самом деле, рано или поздно, конечно. Я просто поверил, серьезно, сейчас смотри, блядь, у меня 2000 хп, думаю, ну ебать. О, вот эту вот штуку я заберу. 2000 жизненной силы. Сейчас я как, блядь, ворвусь, там же что, там лондруид, блядь, и алхимик. Они не то чтобы сильные дамагеры. А там ДД же был алхимиком. Да даже с учетом ДД, на самом деле, типа, я, ну, вроде не должен умирать за одну секунду. Ну, лондруида очень много урона. У него манки кинг бар. О, вот это я возьму, да. Мы ничего не делаем, а я бы поделал что-то. А, сейчас будем делать. Дай мне ее, пожалуйста. А, лежит, лежит, живу. А, ну я сейчас возьму. Я особо ничего не хочу делать, пока у меня не будет 10 айтемов. Да, хороший план. Ну, я хочу себе тоже 10 айтемов, кстати. Ну, поехали. По крайней мере, хочу форстаф, то типа от медведя что-то спасения нет. Хотя и форстаф, мне кажется, примерно поможет примерно никак. На самом деле. А Рошана могу убить в любую секунду. Там вот медведь под... Да, алхимик медведь. Винга. Странно, что они еще его не убили. Лол. Тупые. Тупые. Да, или гост скептер просто купить для начала. Да, наверное, гост возьму, реально. Они начали его убивать там, да. Они подслушали, походу. Если они как начнут, так типа за секунду и закончат. Я лечу, конечно, есть вероятность, что мы просто все умрем. Ух ты, ёпта, мать. Там, блядь, разорвало их, конечно. Инвокер пог. Не, ну это да, это да. Так а что, ребят, дальше хотим? А, Рошан фулл хп, кстати. Тут... Вот это можно взять. Кого это? Баланс жирно. Конечно.
Ну, вообще, надо сказать, что был отличный стан. Отличный стан. Кентавр. Отлично. Всем станом стан. Там сами Рошанчика не заковыряем. Можем, вообще, кстати, мы могли заковырять. Могли. Можем, можем, можем. Ну, уже время. У тебя тут нет алхимика, типа? Ну, давайте такие попробуем. У нас алакрити у нас. Ну, алакрити башер есть. Че, я думаю, инвокеру, конечно, нужен этому. Блин, парни, без... А, стоп, алхимик снизу, алхимик снизу. Да, им долго идти, нет же теперь шайнов. Наша... Под катаклизм давай еще раз. Блин, надо добивать как-то. Можно станчики какие-то дать? Потанчить бы, да. Че нахуй? Ой-ой-ой. Не-не, там. Ну хуй ты доебался. Ага, понимаю. Тут, смотрите, медведь за мной гоняется. Не, у меня ассей. А, ну да, тут. У него 3700, кстати, хп. Да, у него 3700, кстати, хп. Просто мне реально забавно, как ты его бьешь. Типа, знаешь, чисто. Антимагус. Так, ну хорошо, ГОСТ уже позволяет жить какое-то время. Дальше нужен форс стаф, видимо. Вообще, вот это кайтить его, пока он нажимает форму, звучит как здравая идея. А баунти рун собрать звучит как здравая идея. Там алхимик все-таки. Тоже там. Парам-па-парам-па-пам-пам. Ну, кайтить, да, там, туда-сюда. Не, может быть, конечно, просто я стал настолько хуёвым, то, что мне кажется, то, что у людей характеры сильные, типа, у меня просто... Но, с другой стороны, я играю на антимаге, блин, в 2020 году. Я герой говно, это... С фаст абисом. С фаст абисом. Типа того. Тут просто прикол в том, что, типа, без манты этот герой реально не работает. Манта слишком много дает. Да. То есть, вот сейчас пойдет. Типа... Сейчас, так сказать, фарм у меня раскрылся. А, я опять не нажал. Так, ребята, когда-нибудь я точно нажму Essence Ring. Это произойдет. Это произойдет. В этой игре. В этой игре будет нажат. Кстати, может, не будет, сейчас что-нибудь другое возьму. Враг там сверху что-то уже. Я пошел вниз тогда. Но фарм мне и правда вот сейчас раскрылся. Ну чё, парни, БФ подняли, ебать, чё не собрать-то? Ну да, есть такое. Там смог предлагается. Там он все там ходит. Смог предлагается? Ну, без инвокера смог. Чё-то у тебя хп мало. У меня? А, нет, вот у кентавра. Он, конечно, регенится, я понимаю. Да, а почему медведи 3000? 3700 точнее какой-то было, ребят. А вот такой у него герой. Я персонаж такой, царь для тебя. Без наездов, мне просто интересно. Ну, такой персонаж у человека, у него много жизни. И все мы нажали этот смок, чисто просто так, да. Ну, пойдем это... наверх. Может, кого-то собьем ТП или что-нибудь такое сделаем, когда смак сплитит. Ты сплитишь антимаг? Потому что они... Нет, я вверх иду уже. Ты хочешь алхимика просто ебнуть? Поднимешь его? Поднять? На месте? Давай. Да-да-да. Я нашел медведя. У меня нет 1000 хп уже. О, это нажал кнопку. Страйки там. 4000 хп, ребят, не надо. Да, отойти надо. Ну... Андрюх, ты сплитишь, да? Да-да-да, я пойду, пожалуй. Драка не мне сдалась. 3 удара медведь сделал, у меня нет 1000 хп. Драка не... У нас это нет... Алхимик улетает. А чел даже БКБ не стал жать, да? Вот эту кнопку, да, не забывайте. Цар. Ну я на самом деле нажал ее, не засчитал просто. Понял. Он, если бы не рисковал там цел. Ммм.
Но ничего, антимаг все еще силен, если он приобретет свои все слоты. Конечно, конечно. Если он на медведя поест бы. Хотя, кстати, не уверен. Че, они все ТП тратили, все что-то в меди. Ну вообще ладно, риск пиздец, там Леон может быть какой-то. А, чел просто одним лотусом. Лотус травела у человека. Предметов. Где Барт здесь стоит? У артефакт появился. А у нас волочка будет кого-то? Ну... Да. Волочка... Не уверен. Ну я но пока не планировал. Я вроде тоже не планирую пока в этом дело. Можно лича попросить? Желтенький тут царь ходит алхимик вот здесь. Андрей, кстати, на тебя может напрыгнуть. Это иллюзия или настоящая? Да я ебу, ходит просто какой-то тип по лесу. Наверное, иллюзия. Ну, вряд ли он так будет ходить, просто довольно странно выглядит. Блин, мне бы манку где-нибудь взять. Там еще Абиссал на мишке, говорят, варится. Баунти рунки бы собрать. В боте. Писал на мишке. Форстав будет у меня. А чё на 25-му инвокера? О, бластер как себя. Бластер как себя, это хорошая штучка. Вот этого бы убить? Ну что это за хуйня бегает? Просто винга какая-то. Он понял. Ну, блядь, уже поздно. Уже хуй знает где он. А, нет, не хуй знает. Так, ну чё, у меня герой, смотрите, раскрылся. Э? Почему они бьют по аванпосту? Поржи, а их хотят сломать его? Смертный, нахуй. Что за хуйня? Раскрывается, ребят, раскрывается антимаг. Короче, на мишке там просто какое-то безумное. Нам как-то кайтить бы просто этого... Я буду его поднимать, стараться. Надо как-то давать ему алибарды, вот это все. Ну, будем честны, мы его не убьем в форуме сейчас. Да, я говорю, я надо просто... Он дерется только с ОМОНом. А, просто а с ОМОНом, тогда у него же... 4000 хп и лайф сил еще идет от его персонажа. Да. О, это что такое? Ну, как бы, работаем? Будет один он. А, ну, мы далеко. Мы далековато. Далеко. Ну ты бей его, давай. У него нормально, кстати. А, ну как бы будет он один, мы его победим, я думаю, все-таки справимся. Ладно. 10 слотов пока еще нет у меня. Я лечу вот к этому челу, давай на него. Вот, давай, накинется. Давай, да, сверху. Мана, ну он уже съебывается. Откуда он знает? Там вижу где-то стоит, видимо, да? Потому что иначе как это объяснить. Тогда иди фарми. Или кентавр фарми. Так, алибарда есть. 10 слотов. Ну а че, Андрей? Ну тебе надо в этой игре чисто эти. Миллион слотов, мне кажется. Да, да, да. Припаковать себе. Раз сделаю тогда еще на армор. Ну, а все. Вот они сейчас в смоках. Я, кстати, в позиции, если что, если они в смоках. Позиция у меня такая, типа, провокационная, но она есть. Я еще фармлю отсюда. Да. Вот и они, все нормально. Ну что-то пахнет дерьмом вроде. Какая-то ерунда откровенная происходит. Ладно, нормально. Сейчас, погодите, погодите. Вроде чем-то попахивает тут. Уже не так плохо. Но у него форма закончилась. Да блин, медведя помогите же убить человеку нашему. Блин. Ну я его, в принципе, я убью, типа не могу убить, к сожалению. Да, если... Пока это не случается. Ладно, и... А, ну у него МКБ а уже что есть. Что брать? Мы макс дальность броска телекинез или перезарядка фейтбол? Тут вопрос. Перезарядка фейтбол. Блин, перезарядка фейтбол звучит как охуенный скилл. Так, у меня, кстати говоря, есть эссенс ринг. Я пока не нажал, но настанет этот день в этой игре, он будет. В этой игре я нажму Essence Ring. Обязательно. Прям
принципе, мы можем пушить у них. Можем, можем. Ага. Ну, все, без медведя они. Это говно, встали. Это все, да, без медведя они ерунда какая-то. Я встану, стампит будет, если что. Ну, в принципе, он проебал на меня хилы. Я понял. Кнопочку не нажал. Я нажал, когда Леона бил. Понял. Да я думал, что типа, ну, там что-то произойдет, когда что-то произошло, ворвался. Но на самом деле это нормально. Это нормально. Если тебе байбекаться не придется, конечно, что они да, байбеки сдали. БКБ нажал, Химонт еще разочек. Бля. Почему так быстро? Почему, блядь, я умираю с трех ударов просто алхимика? Сенсоринг. В этой игре еще нажму. Ну слушай, ну. Ну, да, да. Я пытаюсь найти эту мысль. Ну, вообще, на самом деле, что, 2000 хп, 20 брони, не так-то много. Я не знаю, ну, баттерфляй сделаем, пожалуй. Хотя да, там МКБ нужно. Уже есть, но ничего страшного. Ну, вот кираска сейчас будет. Я кираску, могу, вот Влад, кираску реально, хоть мне, я бы с радостью кираску сделал, но это... Я могу дать тебе сделать, если... О, а давай я Владмир заварю нам, чё. Просто как-то бабочка... Владмир МКБ... очень сильно нужен. Тебя, я ладно. Владмир заварю. Лучше тогда уж бабочку сделаем, может, алхимик хоть меня медленнее будет бить. 22 секунды. Короче, Владмир заварю. Будет Владмир у нас, будет Кираса. Мы будем строг. Да. Так, они тут Рошан убьют. Блять, я байбак, ты скажешь, под это полная хуйня. ДДшку бы украсть или чё? Ну... Чё, какие планы? Сейчас кинешь туда торнадо, чё-то время потянуть. Ну, он забрал. Бля, там этот... Медведя можем что-то? Блядь, ебучий, как же меня раздражает этот... Как же меня раздражает этот... Эбисел новый, которым он просто въезжает, блядь, в стройку. Да, там с ДД чел, конечно. Слушайте, ну вообще этот без ульты, без... ДД уже кончилось, ульты нет. Типа медведь там коцанный весь. Ну да, вы должны просто убить. У него сыр потом еще будет. Да, карась, он один там. Он даже, я думаю, не будет жать его. Медведь улетел вообще, его кинул нахер. Ну или что, не умирать его, конечно. О, медведь, слушай, а кстати... этих байбеков-то нету у кого-то там. Медведь, а, если... да, у этих двоих. Если что, это без шуток какой-то бустер ебаный. Ну, да. В смысле, это понятно сразу становится. Типа, знаешь, не бустер на этом рейтинге стоит у себя на линии, дрочит лесок. Бустер ебет всю лампа. Карту. Вот этого джентльмена поймать его можем? Ну блин, вам бы может лучше пушить хотя. Опа! О, бустер! На нахуй! Попался бустерок! Вам бы попушить, там у двоих чуваков точно байбека нет, у медведя хз. Да мы сейчас развалим все стороны. Так, ну я нажму Essence Ring, по крайней мере, может быть, если я что, просто так нажму его. Бустер бэбэкнулся. Так. Бустер бэбэкнулся, да. Был такой. Можно медведя убить, у него нового сейчас не будет. Прям навалиться, да? Да, если что, вообще без проблем можно медведя идти. Алибарду дам медведя. Можно медведя обычно убить этого? Бля, или помочь хоть как-нибудь. Убить медведя, убить медведя. Вот этого, вот этого, вот этого. Там этот основной медведь сейчас умрет. Убил, 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 убил. Я не умер. Там и трон, типа? Да. Классика. Ну, так, Essence Ring нажать. Ну, ребята, ну я обещал, но, нажал. Да. А такой Рубик. Это такой Рубик уровня... Такой Рубик. Такой. Не, на самом деле, такой. Ну, типа, если у нас реально не антибустер на инвокере, то от меня ноль импакта, если что, было за игру. Ноль. От меня, кстати, тоже немного, если что. Это бустер против антибустера, да? Да, это заголовок на ютубе, вот этот вот бустер попался на антибустера, ОМГ, и какая-нибудь типа иконка, где дети сидят такие охуевшие.
Вот так вот. Не благодарить за идею. Ну да. Так. Ростовский Рубик спрашивает, как бы. И там, по идее, может быть... еще кто-то будет, или чё? Бля, а потом мы все можем пойти играть в Overwatch. Это прям звучало как хороший качественный план. Ну да, но мы уже вот сыграем. Втроем, без Рубика, к сожалению. Ищет быстро, кстати. Ты говоришь, да, долго. Но вчетвером бы мы вообще не смогли искать, стало быть. О, возвращаюсь в родные пенаты к моему любимому Кэрри Андрею. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Было приятно с вами постоять, Ярослав. Спасибо, спасибо. Мы давали леща. О, кстати, я сейчас посмотрю, насколько сильно мы давали леща. Интересно, там в начале графики, ну вот минуте на пятой, да? Ну да, у алхимика было с учетом трех рун и еще баунтосов куча и так далее, всего 2000. Ну, короче, алхимика было меньше, чем у антимага. На 200 там. Это хороший результат. Это хороший результат, это хорошее достижение. Так, а что мне брать? Блин, ну, мне бы как-нибудь попасть... Давай, у меня... Сейчас, ребят, сейчас. Надеюсь на ваше понимание, ребят. Я вот на этом чаре был. Да, вот там, ну а ветки вообще 400 натворса было, кек. Кек. Ну там две ветки было. Да. Чё за герой, чё за герой? А вот этот вот чар. Да? Вот этот, которого ты выбрал уже? Да. Я сейчас вот возьму его скоро. О! Ой! Ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Хорошо. А ты на нем давно играл последний раз? О, кстати, против бабки, мне кажется. Блять, не... это не важно, это не так важно, когда последний раз играл на нем. Там просто, так, просто вот заказик прилетел. Леха говорит, на антимаге Андрей отлично. Вот. Я говорю, на ком тебе, Лех? Говорит, на мипа посмотрел на твоего. Вот. Так что сейчас будем демонстрировать. Можно, конечно, сейчас его... Да, зачем ждать? Правильно? Или подождать лучше? А, ладно, пускай мидер берет, закрывает их. Я на мипке развалю. Подожди, какой герой, я сейчас думаю, прям заебомба. Под мипа. Омник, Андерлорд. Абаддон. Этот мипа стоил 300 бакс. Так, на мипа, значит, да. Ой, а что за грязь у них вообще в пике? Посмотри на этот пик, это самый грязный пик в доте, мне кажется. Они, возможно, челлендж какой-то выполняют, типа. Там тебе и Хускар, и Сларк, и Бабка, и Чайт, и Висп, бля. Грязно, грязно. Ох. Так. Возьму Синтрю на первую бабку. Так, а вдруг Хусик, пригодится? Ну Хусик-то никак мне не это самое не мешает, правильно? Не, Хусик вообще никак не мешает, конечно, ты а чё? А первый? Да не, ты чё, первый там-то, куда что? Хорошо, что хоть на этом герое с этим билдом не надо думать особо. Конечно. Не сомневаешься, так сказать. Я вот не смотрел недавно, что это было, мажор, не мажор, а за... все смешалось в одно. Ну, короче, там был какой-то мипа, который купил себе Этериал, ну, там три банда, четыре Этериал, потом купил Скади, а потом купил второе Скади. Вот
вот это да. Да, да. Ебал, конечно. Вариации есть. Может, два Этериала взять, может, два Скади. Да, да, да. Конечно. Еще третья, которую, возможно, мы увидим сейчас. Так, ребят, значит, Мипа, да? Мипа. Я раньше, помню, очень уважительно относился к каждому мипарю. У меня был бинт отдельный на каждого. Ага. Вот, но сейчас, в принципе, поебать. Так, и чего брать? Понятно. Кстати, а что если начать просто хеллстилом заниматься? Нет, ладно, это ерунда, надо грибов добивать. Дэмджа мало. Рансак? Ну да, Рансак. Но это фигня, это фигня. Это надо, когда хотя бы несколько мужичков есть. Когда два мужичка уже нормально идет. То есть, Рансак. В принципе, рансак, если взять, и думаешь, нормально будет, да? Нет, пока рано. Запуф лучше взять на первом. Ну ладно, ладно, ладно. Ладно, да, рандовичка какого-нибудь запуфаешь. Уф, сколько там дэмэджа? 70, это немного. А, он взял хусика типа в мид. Ну, да. Типа хусика в мид. С этот бабка с кем... Ооо, бля. А ты не ходишь, да, со мной? Я не палюсь до конца. Он, кстати, тоже не очень хотел. Сейчас я ему, блядь... На, нахуй. Правильно, правильно. Так ему, Андрей. Бабка с инчой. Ты неприятно. Очень. О, чел! И тут я купил синтряк просто так, но уже заблочил спам. Ай, старая школа. ПГ! Не, сильно. Сильно. ПГ, чувак. Так, если что, крита законтрили. Помнишь, я рассказывал тебе? Ну да, да. Он просто, он не смог справиться с этим. Типа такой, бля, ну где крипы-то, ёпта. Бля, бабка с инчой, серьёзно? Да, не, это... Это да, это серьезно, если что. Вот так вот. На нахуй тебе с шутгана. Вообще лич сильный, конечно, герой, но против бабки сын. Ну, не, вначале я им даю, но попозже чуть перестану. Так попозже я начну. Хотя, подожди, я же просто буду ходить в лес. Возможно. Опа, по двоим. На нахуй. Что там за срач пошел какой-то непонятно? Он явно чуть не доволен. А! Блин, они боятся меня, как будто сейчас у меня типа прилетят, знаешь, 4 челика на меня сразу. Ну да, да. Они пока не поняли. Надо динавить. Ну ладно, похуй. Следующий грез динаем. Да. Я отводить буду. А, блядь, отводить, я же сам забыл. Я расслаб. Кстати, чел! Как же ты крут. Ладно. Не, ну чувак, а окупится, окупится, но окупится. Я бы брала оттуда этих своих крипов, мы бы охуели. Слушай, ну мы можем поддушить, они первого уровня, типа так подзайти. Давай, к ним. Втором уровне мипаря, я поехал. Не, ну а чё, ну в смысле, ты реально поехал, смотри. Ну и всё, они, по крайней мере, они теряют эти бабки, там, экспо, деньги, не знаю. Чё-то теряют. Теряют. Теряют, теряют, смотри. О, сори, сори. Не-не, чувак. Ну они больше... очень много потеряли. Да, это правда. Я, правда, все манки съел, но какая разница. Сейчас, секундочку. Можно я пройду? А, да. Спасибо. Быстрый, да? Быстрый персонаж у тебя. Ну, нормально, чё. Они реально потеряли чё-то. Что-то они потеряли. Да, а в рейсбендов-то меньше не станет у меня уже. Сейчас, когда второй вылезет, Ярик... Там забей. Ну, кстати, мы под второй мы можем кому-то и пизды вывалить. Можем. Да, но пока вот так. Пока вот так. Пока так. Пока вот такая вот история происходит. Она что-то дешево там у нее все это стоит, да? Ну не очень дорого ли. Бля. Не получилось. Никто же знал, что Инча, например, не захочет брать крипов вообще из леса и не будет откачать этот скилл. Вот откуда, как я должен был? Я не это? Знал, ты тоже. Я не знал, и ты не знал. Ой, блядь, какой же канцер на самом деле. Просто стоит и тьфу в тебя. Херней своей. Да, да, я понял тебя, я понял. Первого раза понял, кстати говоря. Повторять. Сейчас отойдется, и такой, а, нет? Так, ну все. Два братана, да? Да, они готовы.
Ну, чё, можно я накинуть какую-то ничего? Так-то, давай. Или что? Не давай. Всё-всё-всё. Хватится. Кинулся на бабку. А, Микрю, шо демон, видишь? Одним, вторым, хоп-хоп. Нет, демон. Как будто два игрока играют. Бустер на мипа. Так, Андрей, я съебал от тебя, кстати, если что. Пойду возьму хосту. Чё, блядь? А, нет, там чел идет брать хосту. Да куда ты, блядь? Почему ты не хочешь идти домой? Да почему он хочет домой? Ладно, нормально, они много теряют очень. Да-да. Бля. Мне как раз кажется, что он хочет идти домой, Андрей. Поэтому он и не... Ну, ты понял. Ну да. Смотри, бабушка, она хочет меня. Давай, сейчас. Нормально. Ага, блядь. Ну, пока еще нет, но скоро. Понял. Так, что нам с тобой... сделать тут. Четвертый левел я беру, и мы просто прыгаем на них. Ну хорошо, если что, я съебал вообще домой. Давай. Потому что четвертый левел мы берем и прыгаем на них, но, к сожалению, пока прыгают на нас. Слушай, а мой маленький мип, он не может этот сам есть танго, да? Хуёвенько. Да. Да, я не в курсе, кто там что может есть эти. Ладно. Я, кстати, не хочу к тебе на линию возвращаться. Или надо? Да я вот сам уже, в принципе. Ладно, давай я вернусь, ты обещал напрыгнуть на четвертом, сейчас четвертый будет, а у тебя уже четвертый. Чел, ты напрыгнул на них, кстати? О, да давай бабку убьем. Ты что-то на очке-то, слышишь? Напрыгнем сейчас, конечно, но типа надо было не очковать, изначально бил бы, ёб, убил бы. Отыгрываю. Нормально. Оп. Нормально. Бей. Что ты хорошо, думаешь, я, блядь? Теперь я тут бабушку, по бабушке работаем. Работаем, Андрюха, давай. Ага. Нормас, вампир. Нормально. Пробили. Есть пробитие. Давай, Андрюха, вот этих теперь. Вот этих. Я помогу, давай, я потанчу для тебя. Сейчас. Вот этих я. Ладно, давай. Давай. Бам. Сейчас. Блять! Бля, я не знаю, что у тебя происходит, но мне уже смешно. Так, я стакну тебя, Андрюха, стакну. Да, давай, стаки. Норм. Слушай, ну я сейчас с ботинком, давай еще раз прожарку устраивать с ними. А у меня типа путь через хату, я... Ты стой пока там, фарми там. О, вот сейчас это... артефакты посыпятся. Артефакт. Блин, у нее же там сейчас она будет кидать постоянно эти штуки в меня. Ну, у нее пятый уровень, когда 2 секунды вроде, да? Да. Когда 2 секунды будет кидать. И бабка пришла, эта вонючая. Короче, ладно. Слушай, а я хочу наверх, что ли, сходить? Там ёб какая-то дикая, погоди. Бля. Чел, ну там я, короче... А я могу Желена... Ты чё? Топно. Ты чё наделал? Нормас. Я проэкспериментировал. В одно лицо. Я эксперимент просто провёл. Ты пчёлок уважаешь? Да, ты два раза намазал? Да. Чел, а чё ж ты мне не дал, да? Так я... Ну блин, я на второго намазал, первому обидно стало уже. Ладно, Андрей, смотри, я сейчас захватываю, короче, струну чекну, струну слева. Я захватываю ванпост. Вот, и мы идем ебать их, Андрей, сейчас. Подожди, захватываю ванпост, и потом идем ебать. Так, пока тебя ебут, да? Ну не, нормально. Ну они, я-то регенюсь. Ты весь под желешками, нормально, они вообще не понимают. Да. Давай. Опа, смотри, паузу нажал, ну уже понял все. Так.
Ну слушай, ну ничего, сейчас тяжело будет убить, у него замедление атаки 100. Вот у тебя сколько скорость атаки, например? У тебя 151. У тебя будет 51 скорость атаки. Да, это очень может не хватить. Не очень большая скорость атаки. С другой стороны, пуфы. Пуф-пуф и минус. Подожди, так а в чё, а чё он гонит на тебя? У тебя оба паря регенится. Я не знаю, почему он говорит это. Даже охуенно, смотри. Появится третий, правда, он будет такой, типа, немного. Сори. Пока бабка ливнула, мы начинаем. Угу. Ну, вообще там. Не, мы никогда ее не убьем, кстати. Ну ладно. Ой, как же в доту приятно играть. Извините. Слушай, как думаешь, хил у нее есть? Да, есть. Точно тебе говорю. Знаешь, почему она нажимала на втором уровне хил? Я думаю, у нее. Слушай, она может вообще без энчанта играть, у нее, возможно, второй хил. Да, и да. Я, кстати, сейчас удар сделаю, я нет, кстати, не сделаю. Да нет, чел, можешь просто развернуться? Да. Прямо сейчас. Да. Пока еще не наступило. Просто желешки работают сейчас там. Ну блин, минус 100 маны, правда, выкинул. Обидно. Нет, так желешка, чел. На регенится. 1.3, реген идет. Блять, играть хочется. Не, играть хочется, согласен. Пауза? Вот почему во всех нормальных играх нет таких пауз? Скажем, в кейсе есть одна пауза там на минуту, и все. И все! Нет вот этого. Там в Overwatch вообще нет такой паузы. Да, этим игра хороша. А, о, ну летят, естественно. Убегаем, уходим. А я решусь. Спасибо. Опа, большое. Засейвили! Братишку! Братку спасли! Ну! Идет к нам кто-то. Дизраптор, блядь, 4 уровня. Ну, сейчас, блядь. А можно я это вот все заберу себе? Опа! Ну давай, блядь. Ща мы её. Точно? Да, конечно. Я пока. Сейчас, погоди. Охуенный план у тебя, на самом деле. Блядь, две манго съел. 40 голды выкинул в помойку. Ради этого, блядь, великого ганга. Человек не знает, что ничего нельзя убить на самом. Навались на большого. Давай. Мне бы... О, у него 7-й, короче. Всё, на эту линию можешь не возвращаться, Андрей. Ну да. Как бы тебе это просто дружеская рекомендация. Просто не приходи на эту линию больше. И я, если что, тоже не собираюсь. О! Ну, а вас просто 1-13. А это мы не сделаем, наверное, да? Мы сделаем. Не, ну мы не заберем, пока рановато, наверное, еще. Не, пока рановато. Ну, под Бадон чем? Ну, тебе нужен третий брат, и под Сабадоном вместе накинемся. Будет нормас. Третьего братана высырешь как-то? Да, без проблем. Через сколько будет третий братан? Брошка. А у меня все братаны быстрее становятся? Нет, только один. Да нахуй я купил это. Выкинул. Так, третьего на 10 уровне быстро, да? Ой, я вообще не в курсе. Куда-то там. Там книгу подрезали. Там что-то хочет от меня девка. Хочет. Опа, оранжевичок приятный. Ага, о, сори. Это что нахуй за высер? Так, я талон не взял вроде, да? Чё, опа, сори, это же где? Книги были. Ну, ушли. Бабуля Алла... Так что ж? Я... Она пятая? Мне неинтересно она. Так подожди. Ну, вообще, если убивать... Там релогичку делать могут. Что происходит. Да, тут вообще драка так себе. Андрюха, давай, спасай друга. Помощь друга. Кстати говоря, если она тебя зарядит, когда ты как бы полетишь, у тебя может полететь копье, по идее, на 1 000 000 хп. Да? Вроде как так работает. Понятно, да? Не хотелось бы. Ну, конечно. 1 000 000 хп терять. Блин, мне нужно высирать срочно братана еще одного. Чел, тебе нужно высирать братана, и мне нужно высирать все. Как бы мне нужно 6-й уровень где-то взять, я не понимаю где. Там на линии
понимаешь? Я могу топ поставить, Ярик. Чего? Топ-топ поставить могу. Да ладно, стой, я снизу опуск. Как-то аккуратненько, не знаю как. Там ничего вообще лайн не пушат, и похуй. Я так типа тут на Челадельфии постою. Слушай, мне кажется, у меня с левелом, возможно, какие-то проблемы, хотя не уверен. Да не, кажется. Да почему дизраптор сюда пришел? Let me get some experience, man. Cool. Найс last hit у чела. Let me, так сказать, some last hit и ни одного крипа не дадут. Опа. Давай, давай. Сзади летят. Ну что ж, я был... Надо, блять. Достаточно полезен, надеюсь, для вас. Я надеюсь. Да, я был полезен. Будет что-нибудь полечить меня? Ну, это бустер на, так сказать... Очередной бустер попался к нам в команду. Блин, но... вот как же люди в доте 2 иногда вот эти вот челы, особенно какие-то полу, ну, микротоксики такие, как это, дизраптор, очевидно, тот еще токсик, который гонит с первой минуты на кого-то. Как же они форсят на хуйню? То есть он мне как бы спамил, чтобы я все кинул в инчу сразу, свой ульт и так далее. А я просто кинул ульт, когда челы прилетели и их разъебало этим ультом. Но ведь он мог меня зафорсить, я мог типа, блядь, да, в натуре надо все кинуть, и мы бы сейчас бы въебали эту драку в салате, не за что, если бы я так сделал. Ну он не микротоксик, он такой нормальный. Я понял. Ну просто типа это так печет, вот он просто он всю игру что-то пиздит, и он реально может зафорсить на хуйню своим этим бесконечным пиздежом. Вот чуть не зафорсил меня, я уже был реально, был очень близок, чтобы кинуть этот ульт в инчу, просто потому что чел спамит, типа, давай, все кидай. Так, ну чё, я третьего почти высрал уже. У нас, кстати, итемов еще два осталось. Надо эншонтов зафармить, там итемы. Там уже сейчас второй разряд выпадать начнет. Там за мной что-то срал какой-то побежал. Ой, идите в пизду вообще со своими этими силами. Бля, у меня есть ульта. Не хотим ли спа? Надеюсь, он сможет глимпсануть его? Высран. Третий. Так пойдем вот высрем стаки тогда. Давай. Ну ладно, вы высрите, я пойду урон собирать по деньгам. Блять, нет. О, People's Gift. Там сейчас посыпятся предметы с этих ханчетов. Это типа Embrace и People's Gift. А... Ебать, там посыпалось. Слушайте, всё. А хотя бы один артефакт для мипаря есть вообще нужный? Ну, People's Gift, по идее, тебе дает до хера. Но одному только. Бля. Нет, кстати, вот это, по-моему... Всем дает. Серьезно? Ёбаный, вы шо, неплохо. Нажми. Девушку на боди помочь еще. Понял. Блин, мне бы, конечно, на этих ребятах автоатаку включить, потому что что-то плохо это все закончится.
Не, все они опять начнут паузить, потому что у них откдешились. Хули нет. А чё, мне что-то взять можно? Ну, мадам Брошкину. А, не, вот это. Арбор? Я заберу арбор. Не, там... Оптика. Мне кинооптика, напомню, тема. Вот, смотрите. А почему ко мне предмет не летит? А, курица умерла. А что у вас там, ёбка, да? Я сверху вышку заберу тогда, пока ёбка идёт. Андрюха! Да. Понял. Надо ж было на меня, не у меня. А, да. Откуда они тут высрались? Ну ладно, нормально, чё. О, вышку я забрал. Всё по плану. Всё по плану. Хороший люди скрипов, ну да. Дальше по плану Владимир. Да. Хороший люди скрипов. Да, как же люди не понимают, как в доте скиллы юзать. Типа, вот, я на личе, на самом деле, в каждой второй игре, ну, 2-3 ульта скрипов даю. Типа, ну, а каждый раз это сразу ульт скрипов, блядь. Охуеть. Ульт скрипов, нихуясь. Дурак, что ли? Это же ульт! Каких крипов? Это же ультима! Ёптарный театр! А то, что вот она уже открутилась, типа, фактически, до следующей драки она у меня уже будет, это типа поймать. Ой, бля, я мискликнул. Не хотел это нажимать, ну ладно, пойду какой-нибудь, может, вард засуну. Деньги. Скрывай. Что там по Рошану? Скоро уже пойдем. Посмотрите, как я. О, как я хорош. Я просочился. Опа, что это такое? Кларк. Кстати, ничего не боится, у меня тут не Boss Vision тут на горке идет. Смерть, поэтому ничего не боится. Ну, я думаю, все, вард стоит. А, как меня там вард сломали, алло. Блядь, я поставил его в смайпе. Никто меня не видел. Блядь. Таким образом, они как... сломали мне там вард сразу. Как в этой игре автоатака включается, секундочку? Настройки и сразу там автоатака. Никогда, стандартно всегда. На раздел настройки. Так, сейчас, секундочку. Настройки... Автоатака всегда. Поехали. Новая там жизнь. Там дикая ёбка идет. Надо захватить! Захватить! Ну почему всем похуй? С форсика, с блинка же! Ну ёб твою мать! Извините, но это просто пиздец. Чел идет с блинком, с форсом, со всей хуйней. Просто не там заблёв. Там заблёв, да. Как же этот ульт лича иногда разъебывает, типа, просто пиздец. Так же, как этот мипа, чел. Так же, как этот мипа. Примерно так. Да, давай, беги, беги, малыш. Хорошо, нападем? Давайте. Опа, смотрите. Они меня видят здесь, очевидно, плеча. Все преследует меня нахуй. Охуеть. Блин, мипка под курсом Фавернусом. Ну, они видят, они тут где-то вижу. Ага, я сразу слаб. Блять, сука, как бесит, когда челы против тебя играют, какие-то максимально пассивные, то есть у них вот так вот все в синтрях. Бля, ну я и не мог это забрать. Да
карта, ёбка. У меня маны вообще нет. За Ягисом сюда. У меня маны. Там, там стаков там очень много, если что, мужчины. Да, надо убегать. 60, если быть точным. А, 60. Как так получилось, что у человека 60 стаков? Так. Как так вышло? Парни, не хватает фарма немного у меня. Ну, по фарме раз не хватает. По-любому будет. Да, не то, что так думаю. Так, сейчас Evasion возьмем тогда, получается. Потом какой-нибудь лайфстил. У тебя уровня на самом деле тоже не хватает. Да, чуть-чуть. Так, чё, мужики? Не, захвачу, сдохну, не хочу. Тоже не хочешь? Так, ну что? Да я просто... Дашка у нас тут почти с хексолей. Нам надо вот это вот туда вот вам. Ну давай, да? Да. Выдвинуться не помешает. Я стакну еще сейчас, пацану. Так, ну что ж. Андрей, а вот этих вот друзей не хочешь, да? Я заберу, все заберу. О, только что поставили. Бля. Ребятки, это бабка. Так а почему она тут ходит одна? Так, и инча еще тут. Бес, типа, че заходит без смоков, без сева, и почему-то не умирает. Понял. Так, зайти. Простите. Так, значит, говорите потом этот скади, да? Ну, так делают, по крайней мере, я не шарю. Я тоже так буду делать. Блин, а счет, как будто бы мы разъебываем эту игру. Ну, так мы ее, по идее, разъебываем нас. Ну, то есть, по крайней мере, пока им тяжело. Блин, там Сларк под виспом. Не то чтобы он огромный, но довольно упитанный. Ну, сложно убить. Ну да, но он под виспом, блин, с мекой, со всех. Конечно, сложно. Ну они, на самом деле, у себя на треугольнике. Ну ладно, на самом деле, и мы тоже что-то подзажались. Может нам чуть более, или нам норм. Мы гоним. Они хотят еще кекс, но, да. А потом... Okay. Так, а ним уже высрался, я по... Да. А что, есть нет. Что еще, кроме оптики? Брошки нет. У нас есть смок. Смотри, хочет смок нажать. Хочет смок нажать. Чуть-чуть хекс. 25-я баунти. Баунти? Кто там мимо бегает, а? Мипарек? Говнарек? Так, я какой-то айтем нашел, говорят. Так, блять, я его забрать не могу нахуй. Вы что, издеваетесь? Ну, не тот мипарь. Ну, мне он не нужен, если что. А хекс-то дать? Чел, ты че, блядь? Пиздец. Да, опять начинается. Так, они вернутся или чел вернется? Андрей, приди сюда. Тут может быть сейчас крепко пиздило, есть вероятность. Да, я уже здесь. Не, крепко не будет, тут один вис. Тогда можешь не приходить. Так, у меня Владимир есть. Так, но мы ульта Дизрека выкинули в таз. Хотя они без виса все равно супер слабые. Заканчиваем, мужики. Надо на самом деле орб взять кому-то даже. Двух мне хватит, если что. Орб тебе, кстати, не помешал бы МХО. Да у меня точно. Ну я могу. Если я могу орб взять так. Ну что, я буду бить с рейнджа броню снижать. Как в Варкрафте типа лить, понял? Со сверкой. Я буду такие у тебя. Да хули. Не, ну так орб на самом деле. Ну да. Че, мы дальше идем? Не, пойдем в мидл. Да я просто сдохну сейчас, если пойдем дальше. Любому.
все, все, все в апсах. А где же он? Все, в синтрахче, а где же у них апсы? Опять непонятно, типа. Опять гении какие-то ставят варды. Да, я заебался это делать. Мне тут такие нужны эти... проводить эксплуатациями парей своих, чтобы артефакты собирать. По камере мы знаем, что у них тут нигде нет вижена. Можем их ебать за это. Опа! Вернули подругу. А, это наш, но я готов был уже. Бля, у меня сейчас четвертый еще, кстати, вылезет. Поинтереснее будет немного. Че, на него Глимс не нажал, интересно? Падло, типа. Тебе по-хорошему надо уйти, если это по-хорошему. Да, надо сейчас точно надо уйти. Ты же, блядь, мой настоящий. Ну, он съебался. Так, ну, смотри, мы... Тут реально надо ран-аут, если что. У меня ТП, какая неудача. А я пошел сюда нахуй. Блять, как же он? Что же он? Так, у них есть синтри. Разводка на синтри. Не, нельзя же! Ты кто такой, блядь? Карасик. О, вернули, смотрите, карасиков. Ой, какой же я гений игры! Какой же я гений игры, получается! Блять, Андрей! Чел, сознательная гениальность! Вот было бы у меня ТП, я бы, конечно, не умер. Сейчас и улетел. Попей, слышь? И улетел. И вот эти два чела, они бы помогли тем челам, возможно, как-то с вами подраться. И кто знает, что бы еще произошло. Там Виз полетел, Сларк. Кто знает. Но я, не имея ТП, увел их на себя, они потратили на меня кучу времени. Еще я не нажал глиммер, чтобы они не поставили синтрю и не сломали вот этот вот вард, чувак, понимаешь? Ебать. Если что, эта игра тоже с бустером. Да. Конечно. Так, короче, я беру... О, блин, вамбрейс может взять, кстати. Че, вамбрейс никому не нужен, что ли? Да вроде а нет. А ты... Ты дистракшн не хочешь взять себе? Не, у меня статы. Не, я... Я возьму сейчас. Тогда бери. А я возьму сейчас себе вамбрейс тогда. Взял вамбрейс, переключил на силу, может переключить. Что-то не магия, ну а че? А можно на инту оставить там дэмэдж? Дайте ему гребаную медаль, да. Ребят, но действительно же, понимаете, это максимально сыграно. Ну, у нас все выложились драки на соточку. Сыграно максимально. А еще вот так сказать. Я не могу объяснить, зачем это делается. Это делается, чтобы быстро отпушить линию, чтобы там не стоять, блин, 500 лет и не смотреть на нее. Потому что в доте иногда это важно. Мне кажется, люди некоторые реально не понимают, они думают, что... Слушайте, я хотел бы себе Аегис. Они думают, что я рофлю. Они в смоке, походу, сами куда-то идут или чё, куда курицы. Опа. Спокойно, спокойно. Андрей, тут гитаун, говорят. Не-не-не, там нормально. Мы бля, я мифорядного потерял. Не очень хорошо. Тихо, блядь, только не... Ой, ладно, погнали, блядь, похуй. Да не, тут все хорошо, мы должны убивать, не должны убивать. Должны, не должны. Тихо. Как, блядь, бейте, ребят, работайте, блядь, что-нибудь сделайте. Жмите, блядь, кнопки, нахуй. Туда, вот, туда, сюда сетку, кто-то дайте сетку, блядь. Кто-то говорит, дайте сетку. Пошло. А, блядь, тут бабка улетала. Подожди, это что там такое? Ага. По миду, в трон, в трон. Кто-то дайте свет. Нормально.
Нормас, нормас. Да все, в трон пошли. Похуй. Погнали. Оп. Троп. Демонтировка началась. А тут демонтаж, да, я. Мы еще с дистракшеном же, да? Да. О, репэр кит! Да, конечно, малыш, ты думаешь, кит поможет. Я подвину вас, сэр. Короче, надо трон нажать, что-то уже не так все и радужно, на самом деле, он под репэр китом. Проебали. Бля, забей, короче, репэр кит реально затащил им этот момент. Ну да. А сколько там байбеков дали? Нисколько. Да нисколько? Как теперь, блять, в этой игре, вонючий нахуй, узнать, сколько у чего хп, как регенится, блять, герои. Какая она сложная, конечно. Ну, короче, реально репэр кит выиграл им эту драку. Там рост, ну, он фактически выиграл мимо эту игру сейчас. Потому что там, ну, да, что-то много регенов. Ну, слишком. Нам не стоило этого делать, понятное дело, надо было сломать просто бараки. Ну, а кто же знает, блять, что реально у челов это репэр кит, и как посчитать? Как, блядь, посчитать? Можешь ты пробить этот трон? Не можешь. Чего, блядь, происходит? Я не знаю, я не знаю. Я думаю, что игру-то мы все должны выиграть, нас. А, сейчас ты реально две скадеры что-то заварить, да? Ну, так, да. А что мне еще делать? Не знаю, ну, типа, бабочку, там, Тараску, Тараску. Бабочку? Ну, Тараска больше хп дает. Типа, еще один Этериал просто дэмэдж дает, типа. Короче. Есть вариант. Ну, вообще, у меня вот так по 3000 жизней у челиков. Ой, я не знаю, короче. Я просто делаю артефакт, который не надо использовать. Ну, это правда. Ну, Тараску тоже не надо использовать. Че, вот сюда едем, ябать? Там и Егис. Конечно, едем, погнали. Какой Егис? Это ж говногерой у него. Ну, вообще, его бы его разъебали, да. Бля, так и не повезло. Почему не ставится в арте, бучи? Ту-ля-ля-ля-ля-ля-пом. Так и что, мы теперь будем ждать? О, вы в смоке, парни, смотрите. Нет, мы так не будем. Мы вниз идем, мы под низ идем только. Там осторожно, смотри. Я думал, сейчас мы с ребятами быстро захватим, оказывается, нет. Но просто они, это блеф был, это был блеф. Варды на самых дефолтных местах, но... Почему же я не проверяю их перед тем, как ставить опс? Ну, потому что ты думаешь, ну как это может так быть? Ну, может же, а-ха-ха, конечно. Да. Андрей сверху напали. Да, вижу. Я уже вижу. Летим, летим. Ну, ерунда, все. Только 20 статов он у меня взял. Бля, одна баунтирун нужна какая-нибудь. Что, реально 20 статов нет? Нет, 7. 7, не 20. Гос. Новый спам. Ебало нету виспа, кстати. Че, пойдем какой-то мидл попушим? Там две катапы едут и... Пойдем. Можем топ, можем мид. Я этот самый, димагер. Слушайте, а у нас Володька будет? Да, уже давно есть, ты че? Все, мне главное с тобой находиться рядом. О, смотри, чел в смоке были тут или что это нахуй? Я бегу. Ну так. Нормально. Сколько у меня, простите? Там всё, байбэк нажал, БКБ кто-то нажал и так далее. Так что если... Я просто посмотрел, сколько урона сейчас мне приехало от этой штуки. От какой? А, Мортимер Кисос. А, ну так, слушай, ты взял мипа против бабки. Это, я говорю, достойно уважения. Ой, у них... Ой, бля, у них этот... У них гем. Чё-то мне похуй, по-моему. У нас вроде а почему, огонь. Кстати,
Почему ему реально настолько плохо? А почему этот чел БКБ не хочет нажать? Или он хочет? Что? Оп-оп. Чик-чик. Вот проебали. А, так у него бабочка. Вот поэтому... Не, я просто думал, на самом деле, что меня на самом деле сложно убить. На самом деле. Но как оказалось, что на самом деле на меня похуй этой бабки. Да. Не, ну когда мы вместе, я же подошел, когда у тебя 100 хп осталось. Ну, да нет, там я бабка слишком много делает. Демага. А сколько вот у него стаков? Я вижу 12 постоянных, а сколько у него своровно? Даже не написано. Как, плюс 178. Блядь, там считать надо, получается. Считать надо, понял. Такая игра, теперь мне считать надо. О, так смотри, у нас тоже есть эта штука и вот эта штука. Так они охереют это пробивать. Жалко, но это не поможет выиграть. Не-не, поможет, сейчас я тоже буду. А главное, поможет? Бабки, не дайте утонуть меня как следует. Вот, и вот девочку эту забираем. Какую девочку? Чел, я не понимаю, какого из парей спасать, спас какого-то. Вот, пожалуйста, ей что-то дайте. А, похуй, обнулят. Блин, ну он... ну вообще, это было так себе план, это был так себе план реально нападать сейчас. Бля, как они ругаются-то. Я не знаю, как вы, но я кину две котлеты. На самом деле, чар у меня прикольный, конечно. Блин, о, 32. Так, у нас трон падает тем временем. А репэр-кит у кого еще был один? Не знаю, ни у кого. Или они закончились уже? Вот закончились. Блин, у нас гриф через 20 секунд. А, это Virtus Pro! Проебали! Ой, вы слышали? Это расизм! Какой... Ой, я буду репортить. У меня люди замучили. Кого зарепортить, скажите? Осуждаем, кстати. Так, кого зарепортить? Кто расист? Дизраптор. Дизраптора? Оскорбительное поведение? И препятствия игре. Ну ладно, оскорбительное поведение. Подробнее. Расизм. Так, ну все, за репорт. Так, play Dota, find match. Угу. Блять, что-то у меня палец болит. К сожалению. Блин, обидненько, конечно, обидненькое поражение. Но вот репер-кит, да, это просто, репер-кита. Его... просто высирается репер-кит. А сколько репер-кит нынче дает? Да его даже пофиксили, но я думаю, его вообще уберут из игры. Они типа пофиксят чуть-чуть. Ему, кстати, понизили хп, который регенится пассивно, когда ты его носишь. А то, которое он сам регенит, вообще ничего не сделали. Я не понимаю, зачем такой чувак нужен. Эффект, который на 30 секунд становится 40% здоровья, во время действия пусть включает 10% 10 брони. Ну да, типа, это жестко. Еще и на третьем разряде, на 25-й минуте выбил, как раз когда игры могут заходить. Хейтпи, спасибо, что за 7-6 месяцев. Да, он противный, потому что добро ты обратно. Не особо шаришь, есть 7-6, нету противника. 7-6, бля. Спасибо большое. Антоио, 58 месяцев, спасибо. Это была бы прям 100% победа там. Да, да, да. Ну такая дот сейчас, чел. Там, туда-сюда. Но вообще, если бы не били бы Сларков и Виспов, выиграли бы там. А кто-то бил их? Ну да, по-моему, ОД, что ли. А, да не, ну ОД всего нет дэмэджа забил. Ну, патроны, я имею. Так, и чё, значит, тут... на ком мне дальше ебурить теперь? Ну, это там по реквестам играй. Все, так что, наверное, скрал, это было противно. Этот герой слишком полезен, то есть, понимаете? Слишком полезен, слишком крут. Просто лич. Типа, это герой... Да, это эпический чемпион в этой игре. То есть, смотрите, я сейчас я пикну какого-нибудь не эпического, какую-нибудь комонку сраную возьму. О, так мы с тобой опять идем вместе, да? А, мы идем вместе. О, я на Рубике еще раз. Я просто не... Короче, смотрите, эпический чемпион у меня. У меня, значит, пятерка. А фарма нет. Крипов не убиваю, да? Ну, 54 убил.
но это типа там на фрилайнах. Вот, значит. Туда-сюда. Дэмэджа 24 тысячи в итоге, то есть на 500. Ну, короче, ну вы поняли это. Второе место, считайте. Это просто, это ульты типа залетают в людей. И если бы тут еще была бы что-то типа длительность там станов, там рези... Ну, тут нет нихера статы, это же Dota 2, в ней, блядь, стата не нужна, типа длительность станов за игру и так далее. Тут тоже были бы очень высокие значения и длительность станов с Sinister Gaze, и всякие замедления, если бы тут было, там вообще был бы ад, какое количество. Вот. Это легендарный чемпион. Да, он может проиграть, конечно, как и любой чемпион, но это не делает его как бы не легендарным чемпионом. Так, я, кстати. Так, а мне что брать? Непонятно. Непонятно. Ну как, мне убивать людей просто, да? Ну, слушай, смотри. Ты с человеком идешь на линию. Mm-hmm. Против тебя будет бист и, возможно, земля. Угу. Тебе линия, ну ты понимаешь. Да, это... Кабанов, надо же герой, который убивает кабанов. Вот, вот, есть. Кабанов, живет. Да. Опа. Опа, вот и... А вот и бустер, бустер. Бустер и бустер. Так, а кто мипку жарит в итоге? Есть, так, но... короче, одна скрытая стратегия, но она запрещена в некоторых регионах. Ну-ка. Слушай, вообще... Ну, блин, не, не хочу. Это медовый должен быть, медовый. Я могу кэрри-шейкера сделать. Погнали? Я помню уже одного. Погнали, погнали. Давай, нахуй. Я знал, что вы одобрите. Ой, блядь, лич с именовыми, нельзя брать ботинок. Или надо брать там ботинок и бить ему поебало в ответ. Ты чё? Не, нахуй. А ты кто в итоге у меня? Ты опять кентавр. Все, базилка мне не очень понравилась, короче, по итогам. Она тебе нихера не дает, считай. Тогда станчика можно подспамить чуть-чуть. Ну такое. Нет, я просто наберу кучу регенов, типа, и все, и буду с кучей регенов. Только... Может быть, мы герой не выполняет все условия? С кабасиками так себе разговор? Да, да, можем свапнуться линиями. Пойдешь собаке рассказывать. Так, подожди, какой собаке? А, собаке. О, не, против Найкса с шейкером тоже. Хотя... Там с бабулей. Но там кабаны просто сам. Ну ладно, мне бокс. Я и с кабанами, мне нормально. Мне нормально. Выбирай. Пойдем, пойдем. Наверх. Давай. Мистер Кентавр. А, стоп, вы наверх? Да, ну а ты вниз. Ля, ну ладно. Ля. Если это требуется. Подкопаны. Всякое говно. Ла. Пау. Кабаны в говне. Пау. Праздник! Эпический чемпион. У меня, кстати, рарка герой, но он нормальный. У тебя не, у тебя рарочка такая, да. Обычная рарка. Вот, этот, и короче, вот. Это Лего, Найкс рарка, это Лего, это рарка, это Лего, Кентавр. Блин, кентавр, кстати, может быть даже эпический тоже. Не, да. Рарочка. Рарочка? Просто рарочка такая. Ладно, стабильная, рарочка. Хорошая. Рарочка, так рарочка. Опа, воры рун. А я не знаю, почему они не захотели руну забирать у меня, ну ладно. Алиоп. Со всех сторон пиздилка на самом деле. Так. Макак всем поебал удает, сейчас ходит. Ой, набил себе дэмэдж, сейчас будет крипов динает с ним. На, поебал разочек, все. Слушай, ну макака, походу, бустер какой-то. Видно прям сразу. Там шотганы отстреливаются уже, я вижу. Чувак, ты вообще понимаешь? Шо? Ой, просто... так это теперь невозможно сделать так?
Он теперь меня, он просто фидит меня ими. Я пойду фармить. Да просто птица под моим аванпостом стоит. Алло, ну, блядь. Да нечестно, кстати. Алло, плюс деньги, нах. Дайте сюда. Я полуро... 77 опыта это говно дает! За ебать. Птицу? Да, чувак, 77 опыта. У меня полуровня нахлапнул. Чё за пиздец? Чел, мы побеждаем эту линию, у меня, бля, за птицу апнул полуровня. Я эту ерунду потебал. Так, давай второй возьмём. Ах ты ж какой! Заехал в меня, видел? Француз-индеец. А чё, слышишь, давай вот этого? А, гайбальничек ему. Блин, Семён умрёт, наверное, или чё? Ну и пускай катится в помойку, собственно. Я даже гоняться за ним не хочу, если сейчас. Давай этого душить. А, он сюда возвращается, смотри. Там подзабил немного хил. Так, слушай, я отводить крипов желаю. Давай, я тут потусуюсь пока. Бля, ну я не успею. Я не успею. Вообще, я даблстак сделаю сейчас. Ты реально на тусочке, да? Эй! Бабка хорошо играет, или ты просто... Не, он уже, по-моему, тильтанул. А. Так, у нас земля, мисс. А я играю на личе каждую игру на личе я буду играть. На-на-на-на-на-на-на. Я долбоёб. Да, чел. И на эпическом чемпионе играть каждую игру. А! Как он успел? Боже, задрот. Так, а чё, нет. Давай я, наверное, уйду нет. От тебя. Ну, смотри сам. Так, а смотри, а чё нам, типа... Ну, не, я стою по кайфу норм, но... Я вижу, что ты стоишь по кайфу норм. И просто сам, я... Без... Можешь фоточку, давай мы его да. Пробьём. Ну, шо ж ты не хочешь-то пробивать, я ж ману трачу-то, ёптать. Ну, ёптать, ну, парень, ну... Я просто думаю, я действительно погуляю куда-то, потому что... Ты тут и так вроде стоишь по кайфу. Я, может, потом вернусь. Пойду в мид куда-нибудь схожу. Опа, там как раз ёбка идёт. Тика. Тут я. И тут я. Собака слив 69 слива голых школьниц и студенток в моём телеграм-канале собак. Чё нахуй? К тебе этот ЕС пошел наверх. Откуда он, блядь, узнал, что это настоящий? Просто похуй, да? Он просто кого-то бьет. Ну ладно. Я возвращаюсь наверх, пока что. Нет, ЕС? Нету просто. У меня мало демонов. Да так попиздить. Я не буду тратить ману, у меня не так много ману, чтобы сейчас так и раскидывать. ЕС yes, снизу был. ЕС снизу. Блять, ну что нахуй? Кусать, блять, клэпы. Пиздец. Так, надо Найк сейчас ебало бить. Надо бить, могу прийти побить. Да, приходи, потому что у меня, я не знаю, чел, он сможет этот понять или нет. Понял. ЕС наверх идет. С макакой можно пизды дать человеку? Не, он, походу, не понял. Блять, почему ты не можешь просто перекинуть через ебучую хайграунд? Поднял крипа, но, в принципе, сработало. Проебали.
Ну, мы бустера убили. Приходи вниз, у Найкса сейчас реально этот вонючий джавелин, он может высосать из залупы. Я это. Я уже тут рядом. Да, мимо, проходил там мимо, так сказать. Вонючий джавелин. Меня сейчас почти. Хотим убить или хотим. А, тут ясик. В помойку катился. Стампит есть, если надо. Да. Вообще надо бы. Вонючий джавелин. Ну-ну. Блин, ну шо ж все мимо-то? Я просто КД было. Хоть чем-нибудь попали. Опа! Нахуй шутгана въебало. Так, я пойду какой-нибудь лес, может, подолблю, не знаю. Давай. Ну, сначала могу постоять. Или бэк какой. Пойду. Да-да-да-да-да. Так я говорю, с джавелином на Икс это несерьезно. Ну такое, типа. Пускай ботинок какой-нибудь покупает хотя бы. Блин, у меня как будто бы Dota Plus собрали. Я серьезно, все то, что ты делаешь на своем Nex, я тебе точно говорю. Ну, что-то задинаить у него, конечно, будет проблематично. Сейчас я тоже буду. Постоять можем. Сейчас шестой уровень, там вот это вот возьму. Стампит есть. Пока не надо. Сейчас надо. Окей, нормально. Поднимешь? Вначале... Да, могу. Моя была курица, да, как обычно. Ебать, что делается. Это в смоке, кстати, челик был. Ну... Нормально. Чё, нормально. Только я фрагинг, блядь, не делаю. У меня пятый уровень, а не шестой. Как Найкса с линии, типа, выгнать? Не, его невозможно. Но не Рубиком, судя по тому, что я наблюдаю. У Найкса, в принципе, ну, с Вардаром можно, типа, вот этим вот. Легендаркой. С легендаркой на легендарку, типа, даже мы так. Так, а у нас там пошел еще и фит от чел. 0-3-1. В миде, там, против бустера стоит человек. Не, ну, понимаю. Блин, как же долго крути появляется, чувак. Просто жесть. У меня умерла курица, и она всю жизнь в таверне, так сказать. А я вроде помог ему один раз паря убить. Как будто этого было мало. Этого было мало, да. Ладно. Где там опять идут? Мы тут охоту на паря устроили в центральном коридоре. Ты вон, кстати. Ну, а девятый уровень. А, ну хотя бы, как и восьмой. Блять, так. У меня... Куда он телепорта? Мы выдвигаемся, кстати, в твою сторону все. Захватываем аванпост, как бы, тут всей бригадой нашей. Ну и, в принципе, что? Ну, у нас зато есть два аванпоста. А, понимаю. Так, ну надо убивать. Ебать, этот кентавр играет за нас! Здесь вижен есть. К вам бист может улететь сейчас, скорее всего, или просто на ноге прийти. Что-нибудь, да. Ну ладно. Этот кентавр играет за нас. Не дотянулся, к сожалению, ничем. Да мипаря так бы варенку его закинул. Бист.
Да-да, конечно. Так, все, я теперь с ультимативной, плюс с моноботинком иду. Там вард, кстати, у них стоит, очевидно. Не хочешь бабушку манки? Чай? Блин, один артефакт, это печально. Ну, надо еще. Ну, никто лес не фармит у нас. Задроты! Кружили. Не так плохо, на самом деле. Ничего страшного. Время. Главное время. Главное выигрывать время. А, кентавр сдох. Это плохо. Земелька пришел. Задроты окружили. Топ. Фармят там люди у нас. Так, ну хорошо. Дальше что против этих героев? Ну, линза хочется, конечно. Ну, мангу деревьюсь. Я лечу вниз. Давай дальше как-то там. А можешь марку подтрачивать куда-то, у меня манбатик есть. Ебачок. О! Да, это грамотно было. Блин, мне бы украсть что-нибудь. У лича. Сзади земля. Есть такое. Ну, типа, что-то мы просто бегаем. Блин, может, леща бы мне спиздить, но он, сука, извижен. А, не, ну нормально. Так нормально. Так уже нормально. Yep, boy. Разыграли, неплохо. Ну, да, пойдет. Так там пойдет. жирный бестмастер. А вот теперь уже опа. Плохо. Ну. Брасер один взять себе. Не помешает. Steam, говорят, сломался. Повод точно в Overwatch пойти, походу. Так, а если я, кстати говоря, у земели ворую как бы его скиллы, то это не очень эффективно, потому что... Да, как самому себя типнуть? Да нет, камней. А что ты сделал? Ну, там прям заслужил. А давай в рот ему можешь как-то до него дотянуться там? Докатиться? Пока особо нет. Да, тогда смотри нах. Чё я умею? А я ничего не умею, понял. Нормально, вот ну тут чё, было. А я даже не знал, что это за скилл, кстати. О, слушай, так я могу сейчас пинать людей. А сейчас, я говоря, они будут пинать сюда. Соточка, да, герой. Или вам пиздать, сэр? Yep. Ну, я ничего не могу сделать в этой ситуации. Yep. Они... Возможно, их здесь вар. Не для тебя да, подарочек. Да, у них вард здесь есть, это 100%, я же это самое инфудовал. Ладно, я пошел качаться. Мне пока уровни нужны всякие и так далее. У меня дагер есть. Можем, знаешь, как сделать? Ты подымешь, я прыгну, бабка это все время маслать будет. Неприятно, наверное, да, не ври. Что это такое? Погнали. Так, ну а что, кого-нибудь? Вот лич хотя бы какой-то. Или что? Или мы за кем? За землей. Вот тут Найкс, она, ну приезжает, пальцы. Так, давайте мид тогда подзаберем. Смотри, тут сейчас лич пойдет, может, какой-то. Когда даггера. Вот и он, но он, сука, как-то... Пропустили момент. Какая вот ситуация? С Владимиром. Получилось. Бля, он сейчас убьет же всех нахуй. А как там разложилось? Можем тут вот мипа убить, мипа убить? Я, блядь, при чем здесь? Ну вы серьезно? Поебал, он там по мипарю залетает. Очень крепко. Спокойно, на
нетворках, а я наебал. Хуй знает, у меня последний нетворк в команде, все равно мне, блядь, влетает все просто, все, что можно. Я уверен, что у меня меньше денег. Да, у меня намного меньше денег, чем у Рубика. А Рубик, он просто богатый игрок. Такой, типа. Не, ну я четверка. Я фармлю, в принципе, довольно много. Так, у меня сейчас вот через 25 секунд штучка будет. И мы можем нажать смог под нее. Блин, а радиус энчант тотема, что ли, увеличили или что? Атаки? Они в миде вдвоем, два саппорта. Да, было бы здорово их убить, кстати говоря. Нас тут видит, Эдвард. Куда идти не хочет. Короче, у меня есть вот да, этот вот ультимейт. Я бы кого-нибудь убил. Да, Найкс можно разъебать. У меня тоже кое-что есть новое. Блин, или что? Да. Слушай, так давайте все. Давайте объединимся, скрестим шпаги. У тебя уже есть, блин? Так давай, слышишь, давай смог нажму. Давай. А, они тут видят, Эдвард. Они сейчас все внизу будут. Так мы вниз пойдем. Давайте. Да, ну мы нихуя не успели, мы пока. Не, в темноту я не хочу идти, это обсёрв будет. Я первый иду. Вот они там стоят, но не... да под стампитом просто залететь можно. Сейчас кончится рейдж уже кончается. Ну нормальный размер, Андрей, нормальный. Подтанчил людей ты нам. Блять, да ладно. Нет, выбишь! Ебись, блять. Как не умереть? Никак не умереть, да? Ох, хорошо. Блин, очень похоже на мою такую дефолтную игру на шейкере, на самом деле. Так. Ну нормально, нормально. У нас там... ребятки разбираются, у них хорошо идет. Тебя лич пиздит, что у него больше, чем у тебя, кстати, предметов. Да. Так, Андрюха, а может мы ему, блядь, что он о себе думает? Давай, блядь, нахуй. Вот так давай. И, блядь, тычечку ему. Блядь. Да. Чел, ну... Да. Чел, ну... Нормально. Кидал, бывает да, хуже. Да, блядь, я у него взял какую-то говнину, какой Синистер Гейс, откуда он вообще высрался там? Нормально, будет еще все. А я думал, вначале, может, там брасерки и ПТ-шечку взять. Почему я без этого играю, блядь, против героев с брасерами? Какой смысл? Ну да, ты ошибаешься. Сейчас реально без этого всего играть не нужно. Даже у меня брусочек, видишь, один есть. И, кстати, помогает. Ну сейчас я уже не буду его что? Делать. А, Этериал, ёб твою мать. Началось это. Меж тем и там у человека Этериал. А, просто сообщаю. Так, ну ладно, у меня все, у меня есть план. Я его придерживаюсь. Я в гиперлейт выхожу, если что. Кримсон реквестирует там. Это не ко мне. Ну я там, да, конечно, такие там. Разве нам поможет Кримсон? Против Мипаря. Мипарь, по-моему, отлетает очень хорошо. Не, ну пока. Пока есть такое. Это, кстати, блин, а почему мы не схватили просто тут аванпостом тут сели? Бля, как же сложно помнить про то, что это говно вообще в игре есть. Типа серьезно. Мы тут просто все вчетвером, почему мы просто на него не пошли? Насрать. Ну. Опа! Статы. И нахуй мне эти брасеры ваши. Так. Философский камень.
Философский камень бабки можно, наверное, дать. Или что? Найкс в этом... Найкс залез в говнаря, который катается, короче. А, это говно спирит. Да. Так, вот они как раз здесь. Dragon Scale. Не хотим мы его как-то доебать? Ну. Доебали. Что-то мы не уверены. Да, ну, блин, я же не пойду вперед, а МК реально очень... А вот это... как это, блядь? Все они как-то видели макаку там здесь? Там форстаф у него. Он же... Это, блядь, незаконно. Эвбай, open up. Он там миди тусовка. Бля... Слушайте, брать. Парни, а давайте доведем эту игру до этих артефактов новых. Блин, украл бы сейчас ультлича, так бы разъебал, но украл бы вместо ультлича говно какое-то. Да, непонятно, чё, почему никого тут не было в миде. Ладно, но макака тоже, конечно, индивидуум. У него такие арты максимально интересные. Так это назовем. Флопсом. Нового поколения. Так, что, мужики? Будет. Его запротектить надо. Стим упал, говорят. Я сейчас стал жестким. Вон человек снизу, можно сходить за ним. Можно. Так, маке. Надо. Поехали, человек снизу. Давайте вот тут объединимся где-то. Давайте. Где смог-то? Так он, человек снизу, почему-то продолжает быть снизу просто. Давайте просто, да, вот так вот ему, вот так вот, блядь, вот так вот, нахуй, так вот, блядь, сюда, блядь. Так, ну вообще-то говоря, и сверху можно еще дать в рот, почему бы нет? 19 секунд ТП. Я лечу там, поебать. Я отменяю, ну. Да не, не тоже отменяй, или блинкаут сразу. Лучше отменяй. Хорошо. Они почему-то совсем не на очки, а? Они сейчас знают, что мы ТП-шки проебали. И да, что, я думаю, блядь? Ну вообще, вот, зайти бы сюда. Парни, что-то, я что-то. Нахуй иду. Не-не-не, Андрей, ты вообще один сейчас. Ну походу они на очки. Или да, что? Они... Там Рошан может быть. Ну, что-то все на Опа. Очки, короче, кругом. Очковая змея, очко такое. О, это земляной. Съебятся просто. Как да. Там часто он... А, ну там прыгает очень много, да? Не, этот-то прыгает, но толк от этого. А чё колсов камень никто не взял? О, так у нас Топсон реально на этом. Ну у меня оптика, типа. Могу камень взять. Вместо оптики. Бабки. Не, я понимаю, но я думал возьмет бабка как раз таки. Так, ну пойдемте еще мужичка какого-нибудь убьем. Вот, можно под верх выйти, под вышку? Там пушится. Shadow Blade? Shadow Blade, блядь! У кого? Да у Мипа, ёб твою мать, что нахуй? О, смотрите. Это, блядь, таких надо убивать, конечно. Мип в Shadow Blade вот тут идет, или без Shadow Blade? Вот мипа. А, это иллюзии, наверное, я думаю, две иллюзии. Но на них, кстати, может блинкануться. Сколько я помню математику. Обожаю доту. Мипа сзади. Настоящий тоже там среди этого говна. Я хуй знаю, где тут настоящий, блядь. Да я не могу украсть ничего, блядь. Я в каком я сайленсе? Пиздец. Бля, ну как бесит. Ой, бля, я в таком тильте, нахуй, сейчас. Просто, я смотрю на этого лича, я уже у него ворую ульту. А вот у меня, кстати говоря, потому что не было киноптики. Реально, у меня не было киноптика, поэтому я не смог своровать у него ульт и сразу его кинуть. Взял, нахуй, этот философский камень. Ай, блядь. Ой, блядь. Зато при бабках, нахуй, сижу. Ну, зато, блядь. Получается, я хуйню, но побил на хуйню тебя, да? Тогда извини. Не, так это просто забавно, понял? Мне не хватило какого-то миллиметра, чтобы до лича дотянуться, украсть у него ульт, я куда-то пошел вперед, наступ, типа,
я потратил чуть времени, получил Silent Daniel, нихуя не смог остановить. Понятно, понятное дело, что ты не виноват, просто как сам факт. Так, какой-то там этот самый герой еще здесь. Вот этого бы убить, конечно. Бабушка заблевать может. Ну да, тогда можешь на него как-то да, тянуться. Да, без проблем. Блин, на самом деле аж трясет от наличия бестмастера в игре. Потому что из-за этого говногероя. Ну, надо гема на самом деле брать. Так, великолепный Fairy Fire. Да блин, там, там на мипе какой-то чел играет. Чел, на самом деле, его может дальше убивать. Полагаю. Челюскин или чел играет? Кто там? Челюскин. Там я просто буду качаться, какой-то. Сделаю Shadow Blade, потом один раз ворвусь за игру и проебем. А больше не надо. А, проебем? Подожди. Ну или выиграем на крайняк. На топе плотно, давай. Нет, давайте. Без сзади, вард здесь. Охуенно мы подошли, чел, с тобой. Мне нравится. Так, неплохо. И вот я не ударил земелью, потому что я думал, что все, ну пизда ему. А было так многообещающе. Было, да, многообещающе. Да, типа, ну как тебе сказать? Многообещающий. А потому что многообещающий, если Monkey King имеет в своем арсенале такой предмет, как Black King Bar, после Черного Короля, который дает внимание, неуязвимость к заклинаниям, способностям противника, тогда действительно будет неплохо, скорее всего. But... А что, у нас есть какие-то... Опции. Почему-то мип на очке. Ой, так блядь, работает. Что нахуй происходит? Сука, что это было? Ой, блядь, рвотные рефлексы какие-то поступают. Это меня произошло нахуй. Я просто что-то... Пум-пум-пум-пум-пум. Со мной, мной точнее, сыграли в... Баскетбол. Во что там играют? Волейбол, да? Так. Короче, не, на шейкере, вот типа как коре, можно крест ставить. Конечно, это не та игра, скажем так, не очень показательная, но я просто смотрю на всю эту хуйню, насколько быстро герои критическую массу получают в плане ХП. И насколько быстро я иду нахуй при этом. Есть такое. Кстати, идешь нахуй летящий походкой. Я мгновенно просто вылетаю туда. Идёт типа нахуй. Блин, как начиналась игра шедевральная и замечательная, ну как обычно. Ну у нас шейкер керри на самом деле, тут проблем в этом. Да нет, там несколько моментов супер. Да блин, ну типа вот чел на макаке, ну вроде нормально играет. Вроде нормально. Ну просто купить сраное БКБ, сыграй ты как человек. Ну вот, он же хочет, наверное, выиграть, ему-то не похуй на игру. Типа, ну почему он просто покупает кучку Кутердианс, блядь, и просто дохнет в каждой драке, нихуя не может сделать, потому что его... Он флопсон. Вот. Понял. Не. То есть он просто не человек. Опа! Призбаб. Ух, сейчас я, блядь, ребят, ух, сейчас. Блядь, ну лучше просто не ворваться. Все равно что-то тяжело. Там у чела Егис. Буйбекистеры пошли. Monkey King умирает без бэйбэка, БКБ не успевает нажать, и, к сожалению, это выражение, блядь. Какая ж хуйня. Это выражение, блядь. Ай! Май, что нахуй?
Да! Опять эта история, блядь! Сука. Ладно. Бля, не-не-не, никогда больше нофлейн. Никогда, серьезно, никогда. Я лучше буду получать пизды в легкой линии, но у меня будет пул пошире, скажем так. И в этой мне надо было в легкую идти 100%. Потому что, ну, блядь, на шейкере вот этом бесхребетном ты приходишь против Найкс и Лича и ничего не можешь сделать, блядь, ничего абсолютно. Ну да, ты... И, соответственно, ты проебываешь игру ультрафаст. Ультрафаст. Кстати, там, по-моему, Steam, говорят, полностью сломался. Бля, вот я надеюсь, это тогда мы перейдем в лол. Серьезно, я надеюсь, он больше не воскресится никогда, блядь. Что же у тебя такое... Как-то бунтарское настроение. Да хуй знает, я что-то ненавижу доту. Я понимаю, что мне, блядь, тошнит от нее. Ну, возможно, не то чтобы доту, а матчмейкинг именно. Вот, ну как в него играть? Как играть матчмейкинг? Ну да, это полная хуйня, согласен. Матчмейкинг типа, не ну, выглядит почему, как... Почему, блядь, ты должен играть только на 10 героях? Их же много. Их же специально придумали столько, чтобы, типа, были варианты какие-то. Чтобы прикольно было. Чик-чик-чик-чик. Нет, блядь, нихуя, играй на Слардаре, там вот на вот оффлейнеров, не знаю, на легкой, на Найксе, там, чтобы покрепче на линии было, вот это вот, да, отлично. Ну, по-моему, дота сломалась просто полностью. Да, чё, этот, Overwatch, LoL, а что идем? Я бы сказал, что общий сбор был бы очень перспективно собрать. Очень кстати было бы, да. Да, очень кстати, но есть один нюанс. Один нюанс. Кирилл там что-то ноет. А Насти не будет, понял, вообще? Потому что она уехала. А видишь, он говорит... Ну что, надо это самое... Что... А, можно в LoL играть идти? Нет, можно общий сбор сделать и без Кирилла. На самом деле, я скажу, что есть новый боец, перспективный, молодой, задорный. Так. Его имя... Б. А. Ф. А. Д. А. Р. Оф. Бафадаров. 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 Да. А где он сейчас? Так он сказал, что он бы поиграл в Overwatch, он раньше много, говорит, задрачивал. Сейчас, говорит, давно не играл. Говорит, но я бы, типа, там раскрикался бы, я думаю, быстро, говорит, вспомнил. Так а где тогда этот Бифон?